На этой позитивной ноте здравствуйте, 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 мальчики и девочки. Как говорится, гамарджоба, генацвали. Да, ты с вами... Ты не так должен говорить, ты же говоришь, что у нас сюда кар-кар-кар. Слушай, это вечная тема, да? Почему все люди как люди, даже хрюши говорят здравствуйте, там мальчики, девочки, вот там Фили, Степаша, кто там еще, Цапцарапыч был даже такой, помнишь, Рахат Лукумыч, а Каркуша каркает. В общем, здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня, как две каркуши, решили наконец накаркать все, что мы упустили из релизов прошлой недели. Совершенно верно. Вот, в частности, вот знаете, вот игра Control. А, да, кто же мы? Кто же мы? Мы, это, конечно, вот Combo Breaker. Вот немножко подвиньте ваше чресло. Вот Combo Breaker, это даже нарисовано специально для тех, кто не понимает. А это, в частности, Кирилл Ерошкин. И Александр Кузьменко. Здрасте. Мы с вами что-то с Gamescom, друзья, не общались, аж прям соскучились. Так вот, почему именно Control? Потому что сейчас много всяких было релизов, там Man of Medan, там, например, вот еще вышел. Мы к нему тоже вернемся. Мы тоже просто решили вернемся. В каком-то неизвестном никому порядке начинать играть во все эти... А вот в мне известном. Ты знаешь, у меня есть даже целая теория, почему именно в таком порази порядке. Порази меня. Потому что, знаешь, вот Control — это игра очень неоднозначная, скажем так. То есть смотри, есть вот такие вот игры, например, там Red Dead Redemption 2, да, ну, условно говоря, там, да, вот из последних, там, релиз последнего года, с которым все понятно. Надо идти, покупать, короче, играть, вообще не смотреть там ни стримы, короче, ничего, не ждать ее даже на PC, идти консоль просто купить, чтобы в нее поиграть, тем более, что ее не анонсировали на ПК. Вот, а Control — игра, которая вышла вроде как бы везде, которая вроде как бы крутая, и она от таких разработчиков, которые сделали Max Payne, которые сделали Alan Wake, которые сделали Quantum Break, между прочим, очень классную игру и сильно очень недооцененную. Вот она от Сэма Лейка, одного из лучших сценаристов игровой индустрии, не побоюсь вообще этого слова. Но какая-то она стрёмненькая. Шляпа, короче. Вот, вы знаете, мы с Кириллом 2 месяца назад, когда были в Лос-Анджелесе на E3, в эту игру поиграли аж целый час, оба. Вот, вышли, посмотрели друг другу в глаза и, в принципе, без слов все поняли. Ну, как ты... Ну, позор! Больше они не разговаривали. Таким никогда людям делать, ну, как бы такое, ну, что это такое? Ну, тем не менее, все равно я пока живу, надеюсь, да, пока дышу, точнее, надеюсь, да, надеюсь на то, что все будет хорошо. И вот Кирилл в эту игру еще не играл, поэтому он сейчас возьмет геймпад. В полную версию, да, вот у нас тут геймпад, да. У нас Xbox-овая версия. Все это как и положено от бывшей компании, принадлежащей, ну, скажем так, дружественной Microsoft, играть на Xbox. И вот, ты знаешь, в интернете сейчас разразились целые дискуссии. То есть я поиграл в нее тоже немного, 3, может быть, 3,5, там, даже не 4 часа, что для таких игр... Хотя сюжет, для сюжетных игр это уже нормально, чтобы понять. И у меня... Ну, что-то ты в любом случае должен был оценить. Не буду сразу кидаться шляпами, но у меня, скажем так, очень неоднозначное к ней отношение. Тем не менее, я открываю свою ленту в Фейсбуке, где много моих там коллег, друзей там прочее, которые буквально просто писают слезами, я могу сказать, там умиление от этой игры. Вот и говорят, что это просто потрясающе, это ганплей, а это постановка, слушай, это сюжет. Сходите, давай мы как бы по ходу. А давай мы, во-первых, нас сожмем, что на нашу рожу. Да, это мы сейчас обязательно делаем. А я тут хотел просто быстренько ответить на один комментарий. Тут Александр Платонов нас спрашивает, что за музыка. Шик. Что за муза была, да, в начале нашего выпуска? Шик. Это, господа, Лариса Долина. С песней «Страна лимония». Которая, на деревня самом деле, Петросяния, никогда не была, да, группа «Дюна». Да, мне Кирилл сегодня просто открыл глаза. Оказывается, выяснилось, что... Включаем хорошую музыку. Что «Страна лимония» — это вовсе не песня группы «Дюна», а это кавер на песню, написанную специально для госпожи Долиной. Так все? Да. Все пропало? Да, все шо... Да, Xbox. Xbox. Так, давай не будем продолжать игру, потому что я там сейчас... Новую игру, конечно, да. Ты все равно не будешь в это играть. Буду! Я хотел, честно говоря, на выходных. Ну, все. Так, будем играть 3,5 часа, вот те же, что и я. Вот, друзья, также напоминаю, что у нас тут есть чат перед глазами, который мы регулярно читаем. В общем, в этом чате самые интересные сообщения, а не то, что Кузьменко становится похожим на Логвинова. Нет, это Логвинов становится похожим на меня уже все эти годы. Вначале он побрился, потом похудел. Вот, а я решил как-то немножко под формат Антона, и мы будем выступать с ним Добчинский и Бобчинский. Он похудел-то, потолстел. Здравствуй, Билл. Здравствуй, Бом, конечно. Я не потолстел, я просто пришел в свою нормальную форму. Сразу всем объясняю, кто интересуется. Электроны стремятся, да, моим физическим здоровьем. Друзья, на самом деле, это мое нормальное вот вид, да, а все остальное я просто не доедал и на жутких диетах занимался этим спортом толбучим. Так, вот, началось. Помолчим. Can't be helped. И вот такие диалоги всю игру, блин. Монологи. So here I am. Играем мы на Xbox One X, если это кого-то интересует. А если кого-то интересует по 3 сентября, календарь мы уже перевернули. I'm always glad to hear from you. It's just that
get my hopes up. Надеется, на что надеется? Вообще складывается впечатление, что Сэм Лейк пересмотрел Твин Пикса и решил вот атмосферу абсолютного непонимания того, что происходит, А сов не то, чем кажется. Ну, сейчас посмотрим, какие совы. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. Drama. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. Знаешь, почему я использую нож? Sometimes. Sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. Так кончай ты уже. I'm here. Так вот, смотрите, а теперь вот, вот сейчас дальше ты побегаешь. А теперь попытаюсь русским языком объяснить вообще синопсис игры. Тетка заходит в сверхсекретное учреждение американское, которое называется Федеральное бюро контроля. Ну, или просто контроль. В общем, ЦРУ такое местное. Ну, условно говоря. Вот, в котором никого нет. Она просто заходит с улицы. ФБОСИ это. ФБОСИ. В БОСИ. АНБ. Вот. В БОСИ это. Заходит просто с улицы. Вот приехал на Uber, да, вот заходит вот с улицы. Вот ключики там можно положить. Можно дневничок, кстати, полистать. Там, или дневничок, что-то. Подожди, Кирилл, не теряйся в управлении его. Крестик, да. Это не PlayStation, крестик тут слева. Запрещенных. Ну, ты можешь открыть корреспонденцию, там очень много записок в этой игре и прочее. Короче, тетка заходит. И сейчас, небольшой спойлер, сейчас вы увидите. Подходит к первому попавшемуся чуваку, который называется уборщик, говорит, где ты у вас главный? Он говорит, да он там, вон, короче, на втором этаже. Ну, я к нему пойду, хорошо. Ну зачем ты разве то, что мы сейчас увидим? Саша, зачем ты это? Сейчас мы это увидим. Это надо пропускать, нажимать кнопку скип. Ладно. Напоминание. Ряд предметов, запрещенных на территории бюро. Недавние инциденты сделали необходимым вновь напомнить о запрещенных материалах. Несанкционированное оружие, пейджеры, портативные компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства, все другое. Умная. Нас это не касается, потому что мы... Мы тупые. Да, мы тупые. Карандаши номер два, господи. Любые предметы, ТМ, считающиеся культовым представлением архетипической концепции, господи. Например, резиновые утята, бутылки кетчупа, мать твою. Все материалы, изучаемые в бюро в рамках следствия, должны доставляться через частные входы. Если вы видите, что кто-либо из персонала вестибюля нарушает данные правила, немедленно сообщите об этом своему руководителю. Это была, наверное, первая и последняя инструкция, которую мы прочитаем. Там их будет еще миллиард. Дверь открылась сама. Двери автоматически открываются, да, здесь сразу такое. Зачем на анимацию тратиться, в конце концов? Что internal lockdown in effect? Ну, полное закрытие здания, он, типа, включено. Ну, какое закусы, почему все это прошло? Что за тетка, которая вечно себе бубнит под нос? Ничего не ясно. Я-то думал вначале, когда играл, что, ну, может быть, дальше игра как-то это разовьет, объяснит. Ну, сейчас, собственно, сами увидите. Так. Это печать давным-давно. То есть это каждый раз нужно заходить. Ладно, сектор управления... Скип, Кирилл, ну скип, я тебя молю. Подожди, ну ты вот заранее прививаешь, что игра... А может, она хорошая, кажется, может, ты все врешь нам. Может, нужно почитать и... Кто-то из наших зрителей, между прочим, в комментариях так и сказал, что будет очень прикольно, если в конце, короче, Бороде понравится. Бороде, наверное, ты, Кирилл. Да, напоминаем, что у нас тут комбо-брейкер, Кирилл Ерошкин, меня зовут Александр Кузьменко, мы играем в игру «Контрол», а я продолжу еще сидеть и вот... как старуха, короче, вот так ворчать.
Сектор управления, крупный, что такое крупный? Подбор персонала наблюдения, центр хранения, обработки данных строительства, мелкие, офисная техника, приходная уборка. Слушай, давайте инструкцию из Икеи прочитаю, принесу, ты ее почитаешь. Потому что там нет текста. Инструкция из Икеи. Не нажимается, тут все не интерактивно. Вот рывок использую так. Ну, типа это бег. Ага. А вот эта картинка, которую нам показывали. Нет, это poster behind the wall, это подразумевалось, а это портрет нынешнего, собственно, гендиректора всего этого ЦРУ. Нам же его показали сейчас только вот что. Еще один из наших зрителей, начали, кстати, сообщает, что... Уборщик, зачем так спиной на повернутом... Это же метафоры. Ты что, Линча не смотрел никогда? То есть мы в Линча играем? В Линча, которого снял Сарик Андреасян, мне кажется. Линча. Зачем тебе в сортир? В сортир мы потом пойдем. Ты Линч, Саша. Тебе говорят, скипай, скипай. Вот я тоже поддерживаю наших зрителей совершенно. А вот, вот начался мой любимый момент, когда куда идти, что происходит? Пока еще понятно, потом появится мини-карта. Нет, пока как бы тут в целом коридор прямой, кишочка. Не начинай, я тебя прошу. Нет. Я тебя умоляю, не надо это делать. Я же вступаю в дол, я должен ознакомиться вообще. Ты еще не знаешь, что ты в должность вступаешь, об этом тебе сейчас расскажут. А, впрочем, молчу. Сейчас сами видите, кто об этом расскажет. Журнал Game, понимаешь. А на что на обложке было? Какая-то предыдущая игра Remedy, что ли, Quantum Break, я не помню. Не, там вот, который журнал Game лежал на столе. А, я его подобрал же. Ты, ты его подобрал? Нет, нет, вот, вот он, вот. Game там. Какой-то хренар. Ну ладно, окей. Да. Не, ну вообще, как бы ситуация смешная. Мы, непонятно кто, одеты как гражданский человек, какая-то баба. С улицы такая. Пришла, судя по всему, в какое-то крутое место. Ну, ФБР, блин. Практически. Ну, то есть, нет, это не ФБР, но что-то, какое-то вообще контроль над чем-то. ФСО, я не знаю. Никого нет. Мы свободно заходим, начинаем брать какие-то документы, которые вообще, может, секретны. Мы их забираем, документы, ходим по каким-то кабинетам, подряд хватаем все подряд. А, смотри, вот... стой. Мне кажется, там кто-то что-то говорит. Вон, ты к нему должен идти. Видишь, там у Вася песенку поет. А, Вася. Ну, у Вася, точнее, Джон Смит, я не знаю. Вот, сейчас будет еще один пространный диалог. Послушай, диалоги — это отдельно гениальное здесь. Замечательная анимация лиц. Уборщика, если мне нравится. А, справедливо. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. Я Ахти, но уборщик я не Ахти. Но я не Ахти. You can say I sent you. If they don't hire you later, you are relevant. There be work for the axe. Ой. Ты сказал, что это игра фиговая, правда? I've done enough night shift loaner jobs to know it makes us. Вот, смотри, код Бегемот очень правильно, наш зритель говорит, комментарий. Что здание похоже на здание из фильма «Чародеи», такой, знаешь, ничего. Да, да. Где, да, помнишь, Фрода ходил, короче, и никак не мог вообще найти. И там люди. Вот ты так же ходишь, такой люди. Написано по замечательной книжке братьев Стругацких, которая называется «Понедельник начинается в субботу». Книжка гораздо лучше, чем фильм, это, да, факт. В разы. Ну не, на самом деле фильм великолепный. Но на другом. Фильм, он по мотивам. Замечательный совершенно. Так, и в этом, да, самом... Да, вот лифт. В книге называлась «Организация Ну-Ну». Или подожди. «Санта Ну-Ну», ничего. «Ну-Ну» — это, значит, в фильме она называлась. Это... Да, это на фильме называлась «Ну-Ну», а тут ничего, потому что научно-исследовательский институт, чародейство и волшебство. Да. А в фильме назывался «Ну-Ну». Да, друзья, русский, только субтитры. Никто это озвучивать не стал. Если бы озвучил, мне кажется, Михаил Ефремов бы все роли сыграл. Одним тоном. О, о, титры пошли. На Линче похож. А, похож, ключевое, мои друзья, да, похож. Джука Ванила там была сейчас. Господи. Сейчас пролетят совы, которые, как известно, не то, чем кажутся. Да, еще, кстати, меня вот удивило, то, что вся техника старая, офисная, какие-то компы там неясные. То есть, может быть, этот год какой-то, не знаю, 90-х, вот это все происходит, ну, что-то. Телефоны классные. Сэм Лейк, ты такое написал, story by. Э-э-э.
Ефремова не трогать. Для Алтайского края это святой человек. А, уважаемый наш зритель, может, вы путаете его с Евдокимовым? Потому что Миша Ефремов, по-моему, не имеет никакого отношения к Алтайскому краю. Это сын знаменитого актера Олега Ефремова, который, я знаю, родился и всю жизнь прожил в Москве. Если что, я на Евдокимова похож. Да? А теперь скажи, а морда красная-красная какая-то. Как ты из бани. Хороший был комик. Кстати, с ним есть офигенный фильм, который называется «Не валяй дурака». Прям вообще очень крутой. Когда они цистерну выбрали. Когда он поймал 100-литровую цистерну с чистым спиртом, короче. Вот это прям великий фильм, очень смешно. А сын у него негр. Ну, черный мальчик. Дитя фестиваля. И зовут его Вася, кстати. Васька, иди сюда. И тут такой негр. Там очень хороший фильм, посмотри, обязательно. Найти источник шума в офисе директора. Че, директор там шумит? Че, шумишь? Я инвалид. Черт. А, все, кубик в кубе начался. Так, вот, ключевой момент всей игры, давай, молчи. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette, a winner, and you... Грузёж пошёл. Скип нажми, молю. Да ёкарный театр. Взяла пистолет. А он сказал, а теперь ты управляешь этой организацией. Как кто-то очень искрометно пошутил в наших комментариях. Напоминаю вам, кстати, что мы сейчас вещаем и на Ютубе, и ВКонтакте, в нашей группе, которая называется Combo Breaker. Как кто-то искрометно пошутил. Это история о том, как женщина стала главой большой корпорации, и все пошло, ну, прахом, ой, скажем так. А как? Ну, рукопашная, Y, нажимай, ёптель, сверху кнопка. PlayStation, наигрался он. На Xbox все, дружок, не так. Ага, я уже научился. Ну, вот так вот, вью, делать. Но это пока, это самое пока простая, вот это, вью. Ага. Так, и как мне перенестись? А, вот. Пистоль хватай. Давай. Да. Финчер, твою мать. Линч. Нет, Тарковский. Не Финчер. Это Линч вполне себе. Okay. Фигинч. Давай, стреляй теперь. На тебя учат стрелять, видишь? Да, тут, кстати, надо еще сказать такую штуку, что в этой игре крайне такой, как бы это слово подавать, оригинальный ганплей. То есть вообще, в принципе, стрельба. То есть у вас нету кнопки перезарядки. Когда вы стреляете, тратится вот эта вот как бы энергия, видите, такой вот кружочек. Когда вы не стреляете, она набирается. Вот, а еще, ну сейчас будет про укрытие, ладно, скажу про укрытие, хорошо. Так, о, о. Почему они такие уроды? Себя в зеркале с утра видел. Ну, в принципе, да, они еще хуже. Ой. Ну, ты сочетаешь это дело. А, кстати, тебе научились, что же перекувырок можно делать, да? Или пока еще нет? Да, вроде нет. Нет, ну сейчас надо. Кстати, слушай, вот ты знаешь, тут еще вот все жалуются, что на PlayStation вообще 15 FPS там, что компьютер уже какой-то суперский для нее. Вот я, потому что у меня дома, я играл дома, да, у меня обычный Xbox One, а здесь у нас Xbox One такой, как это называется, продвинутый, X. Вот, и здесь она, кстати, не лагает, вполне приличный FPS, потому что меня тоже периодически раздражало. Все, совет назначил, у нас поздравляем директор. Хоть зашел, взял пистолет, опа, я директор. Нормально. Жутуха. Hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise. Пирамид. I understood everything. Ты у вас собаки лают, труины говорят, ну и бога. This gun's alive. You know what? I'm happy.
happy to be here. Ты знаешь, это, блин. Знаешь, у Линча была хотя бы такой текучая атмосфера и прочее. Пистолет живой, я рада, что пришла сюда. И теперь я стала директором корпорации суперсекретной, ну не секретной, а суперкрутой, короче, американской. И еще висят люди под потолком. Вот, в принципе, это краткое описание этой игры. Правильно пишет на зритель, говорит, таким же образом моя жена, говорит, вошла в мою жизнь. То есть, наверное, тоже открыла случайно дверь, подобрала и говорит, так, все, теперь твоя жена. Возможно, допускаю такое. В жизни такие сценарии приемлемые, даже прекрасные. Но не в видеоиграх, блин, друзья, ну ёпарас это. Ладно, хорошо, продолжаем смотреть, может, мы чуть-чуть не поняли. Сейчас все поймем. И вот у него главное постоянно вот мысли, вот разговоры с самим собой. Даже когда там будет сцена разговора с другими персонажами, антерички, кто-то ей что-то лопочет, она такая отвлекается. Так, а еще я помню про какого-нибудь там Джейми, Джесса, Джона, не помню, как его там зовут. Вот, который тоже, он звал меня сюда, тут все это шло. Вот, блин, такое ощущение, что, знаешь, вот в школе, где-то в 5 классе, дали задание. А вот теперь пишем сочинение на тему «Мое любимое кино». И дали это, не знаю, там, примерно в 4 классе. Вот. И какой-нибудь 4-классник решил написать по Твин Пиксу, например, там, изложение, сочинение, там, прочее. Я ни в коем случае не угнетаю интеллект 4-классников, но просто каждому возрасту своего кино... Я директор, творю, что хочу. И все, в расход. Директор, пошел ты Трамп в этой башне. Директор. Давай, в жопу. Не путай. Ну что ты цитаты все путаешь? Директор в жопу должен был пойти, если мы Мася не имеем в виду. А я что только что? Пошел. Ты просто заигрался, Кирилл. Нет, так, Саша, я сказал, пошел ты в жопу, директор. Пошел ты в жопу, короче, давай иди дальше по сюжету. Ты директор, Саша, пошел нет, ты нет, теперь в ты директор, иди в жопу. Нет, теперь ты. А нет, теперь ты директор. Да, кстати говоря, а почему так мало лайков? Ребят, ну вы там смотрите, да, мы понимаем, что, конечно, на донаты вы деньги зажимаете, хотя мы принимаем 50 рублей, хотя бы, чтобы на метро отсюда уехать потом за эти деньги. И будем очень рады, и обязательно зачитаем ваше сообщение, даже если оно будет оскорбительное, особенно в адрес Кирилла. Вот, но если уж нет донатов, вы хотя бы лайк там поставьте, от вас не убудет, а нам приятно. Вот, Илла, заметьте, вот такая тень ужасная, такая... Как, знаешь, вот, мне кажется, вот эта игра, это как пересказ фильма «Годзилла» в исполнении Шуры Каретного, то есть... Вроде и интересно, но почему-то только смеяться хочется. Человек повесился, а ты его взял и расстрелял. Ну, что это так? Так, кстати, вот эти вот люди, которые левитируют, это вот то ли бывшие сотрудники этой корпорации, то ли еще что-то. Но заметьте, в самом начале игры, когда мы заходили в здание, по улицам ходили машины, нигде не было каких-то полицейских, оцеплений, там, национальная гвардия не приезжала. То есть все это в порядке вещей в этом заведении. Такая у некоторых людей работа. Да. Ой. Тише, давай осторожней, сражайся-то, что ты? Тут уровень сложности один. И он, в принципе, достаточно простой, если даже у меня получилось. Хотя, честно признаюсь, где-то через час я все-таки умер первый раз. Ух. Вот, кстати, тут нам замечают, что разрушаемость топ. Ну как топ? Она норм? Потому что настоящая топ-разрушаемость была в игре Red Faction миллиард лет назад. А тут, ну, 100 лет летает. Не, ну симпатично, симпатично. Ну, слушай, не Call of Duty, конечно, симпатично. Нет, тут есть свои приятные моменты. В какой-то эпизод, наверное, часа через два, да, я даже начал, ты не поверишь, Кирилл, получать удовольствие от вот этих вот перестрелок и прочее. Единственное, что меня смутило, что это вроде выглядит как игра про укрытие, а укрытие тут не работает. Но это мы еще дальше увидим. Теперь вопрос, а мне сюда? Вот, кстати, про эту игру задает вопрос очень интересный вот наш зритель Владимир Бочаров. А как вы считаете, правильно ли, что Twitch дал эксклюзивный доступ стримершам для трансляции первыми? Как вам сказать? Мне, конечно, хочется всячески уклониться вот от этого вопроса гендерного, который почему-то невероятно сильно поднимается в последнее время в нашей любимой индустрии видеоигр, и который стал уже... таким вот жупелом. Ты же, кстати, слышал, что чувак из Night in the Woods, которого в изнасилованиях обвинили, взял... И умер. И самоубился, скажем так. Вот до чего весь этот вот оголтелый, я бы сказал, феминизм доводит. Я не против феминизма, я сам профеминист вообще, женщинам свободу там, суфражизм и все такое, но... Что было у меня?
классно, я видел внутренность. Может быть, они дали стримершам просто для того, чтобы придумать еще один инфоповод. Типа, женщины играют за женщин. Вот это геймплей, друзья. То есть мы как бы сидим уже с вами сколько там? Минут 30, наверное, да? Сейчас на часах. Мне, кстати, их вообще их нужно валить или можно их не трогать? А они потом за спиной у тебя встанут, если ты их не завалишь. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. О, тут нам дают пояснение, что это здание, оказывается, в котором все действия происходят, обычные люди не видят. Ну, извините, я просто пока еще в этой игре не прошел до такого прям состояния. Может быть, и не видят, но это вдвойне, по-моему, смешно. О, вот, так началось. Так, вот, вот, очень классно. Оцените, друзья, рэгдолл, физика, самое главное, как это называется, environment, геймплей, да, то есть когда вот ты взаимодействуешь именно с окружающей обстановкой. Кирилл, давай сейчас выбьем ачивку, пробегаем так вот прям до конца стрима. Ну, скорее всего, так и будет. Я просто считаю, что это лучше. Нет, ну, ты же можешь прыгнуть, наверное, и все так. Но это будет неинтересно, да, я согласен. Так, вот, короче, все, уходим в радикальный феминизм. Теперь мы, значит, обратим... Выключи это, да. А! Ну-ка, влезь обратно! Кто тебе... Нет, нет, ты запомнил. Мне кажется, вот эта вот тележка, она живет своей жизнью. Вот, 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 все. Специально для тебя, Саша. Как его надел, по форме оделся, короче, и все, и вышел в бой. Давай, вали. Ну как, друзья, нравится? Пока делитесь впечатлениями вообще. Я пока, скажем так, в восторге. Так, вот, вот, правильно. Эта штука, наверное, должна тебя защитить, на самом деле. Поломал тележку! Ну что, что за негодяй? Так. Так, ну-ка попробую ее опять там. О! Вот жалко, вот что в ближнем бою ты вот с первого раза вот не можешь таких даже самых простейших... Тут не забывай собирать, это health, собственно. Да, у нас тут нет автоматического восстановления жизни, как вы уже, наверное, заметили. Ой. Ты откуда взялся? Это вот... Это босс, это мини-босс, мини-босс! Ну, для этих... Ну, вот, ты сдох даже. А что ты не предупредил? Он прям вокруг меня, я бы туда не пошел бы. Я бы его издалека бы... Я тебе что, гайд и советы мастеров, что ли? Ну, ты же играл, мог бы предупредить. А я вот тут... Ну, я просто в этот момент, честно тебе скажу, я с балкончика всех отстреливал, а когда уж прыгнул вниз, вдруг эта сволочь как появилась, я начал от него там шкериться. Но он такой, он с дробовиком, поэтому он с одного выстрела тебя сразу снимает там 80% хилсы. Ой, да, друзья, а еще одна крайне интересная вещь. Здесь сейфпоинты сделаны через такую, ну ладно, это же можно говорить литературное слово, жопу. Вот, что иногда, вместе даже если случайно погибли, до него приходится добегать еще минут там 10, там 15, например, геймплей. Ты уверен, что если я их сейчас не отстрелю, то они потом встанут где-то там у меня? Давай проверим. Потому что мне кажется, что в этом нет никакой необходимости. О, слушай, тут у нас зрители, которые опять критикуют игру с геймпада, нарываются на мою стандартную лекцию. Я сейчас быстренько прочитаю, пока тебя убьют. А тут, друзья, геймпад, эта штука, да, геймпад, он был создан, придуман для того, чтобы играть в видеоигры. А вот мышка, да, наружка, она была придумана для того, чтобы в Excel файлики открывать, вот, и в интернете вот так вот скролл делать. Так что не приставайте. Каждому, как говорится, свое. Хотя не спорю, все про киберспортсмены играют, естественно, мышкой. Вон, 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 вон. Играют, естественно, мышкой, потому что так тупо удобнее целиться. Но если у вас консоль, купите к ней мышку, короче, и не приставайте. Молодец! Вальнул рейнджера второй категории. Собери эти, как его, холсы. Да, они иду, исчезают со временем. Иду. Во, все. Вот нажми вот в центре вот на эту штуку, и это будет первый сейфпоинт. Типа отсюда, если сейчас, когда тебя убьют, ты начнешь игру. О, а это же, собственно, это пирамида. Нет, слушай, тут здание, оно периодически, знаешь, будет такое вот изображать.
Типа, я Лего, я фильм Куб, там, я вот всё остальное. Нет, вот над ней пирамида. Ну, пирамида. В Пентагоне тоже есть пирамида. О, да, сейчас еще будет брифинг. Это вообще это отдельно смешно. А у тебя нету другой одежды. Ты же понимаешь, это так у нас главный герой, извините, девочка, без обид, no offense, no сексизм, да, то девочке положено менять наряды. Знаешь, как вот невесте там надо какого-нибудь английского принца там 6 раз там за вечер переодеться и даже исподнее сменить. Вот, так и у нас в игре тут всякие костюмы набирать, чтобы по-деловому выглядеть. Или наоборот, более чудачески. Ты что, ногами хотел кнопку нажать? Да. С кем-то адекватно. I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Всякий раз, она вот всякий раз, знаешь, как в плохих комиксах, да, вот она вот всякий раз вот как-то вот рефлектирует на фоне какими-то абсолютными банальностями. Я должна была. Да кого это волнует, теть? Давай, беги, мочи. О, да, сейчас будет брифинг. Это наши новые, короче, коллеги. Фейден. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss... That works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone. Блин. And extraordinarily. ДК подшипник. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. Заткнись, просто заткнись. Иди хоть постреляй, будешь экшен посмотрим. Ну блин, ну невозможно. Тут у нас предположение в комментах, что Ариана Пратчетт писала сценарий. Вот. Мы тоже фанаты ее творчества, друзья. Вот про брата. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her. И вот, вот так выглядит вот почти все диалоги в игре. Стоит и такая рефлексирует с этими вот глазами. То есть не случилось что-то в детстве, что она такая. С тех пор я такой. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. С кем-то она общается мысленно, предполагает Влад, наш зритель. С кем она? Мне кажется, у нее, кажется, уже давно белочка какая-то началась там, знаешь, вот на фоне чего-то. Здравствуйте. Как ваши дела? Так, подожди. Подожди. И вот катарсис. Нет, это Ариан Пратчетт точно. Это вот что-то вот... Блин, и вот Сэм Лейк, вот теми же самыми руками он писал Макс Пейна, Quantum Break, Алан Вейк, потрясающий просто вообще.
Вот, кстати, между прочим, тут прям в тему буквально нас спрашивает, что они нашли эти Алекс. Расскажите больше про это Ариану Пратчетт. Почему такие убогие сценаристы пускают скрыры малого класса? Друзья, пока тут идет вот этот вот бла-бла, в титрах почитайте, да, тут все равно никакой драмы нет. Понимаете, в чем проблема? В современном даже Голливуде, в котором денег намного больше на производство своей продукции, нежели в индустрии видеоигр, зачастую сценарий и сценарист — это вообще вот самое главное, что должно быть в кино. Потому что у нас есть все, у нас есть ребята, которые офигенно сделают спецэффекты. У нас есть актеры, которые хоть смеешься, хоть заплачешь за одну секунду, там вот все сделают, там глазами там повертят, или там как какой-нибудь Ди Каприо сыграет что-то по системе Станиславского. Он, кстати, действительно играет по системе Станиславского. Вот, все это есть, да, и денег кучу, да, и мерчи мы наделаем, и все остальное. Но истории рассказывать мы, вот, блин, не умеем почему-то, ни хрена, разучились. Просто все истории либо рассказаны, либо мы делаем хреновые ремейки, да, на истории, которые там снимали еще 50 лет назад, там, кино. Ну, это я провожу такую аналогию, потому что и фильмы, и игры — это, в общем-то, одно и то же произведение. В общем, там все засекречено, в общем, что-то непонятно, какой-то организм потусторонний, скорее всего, из параллельного мира сюда пришел, в общем, мы тут все... Да. Тебе нравится, Кирилл? А, окей, да. Ну, тут вникай пока, да, в сценарий. Тут не хочешь слушать мой бомбеж, может вот почитать пока титры, там такой диалог этот прям такой. Вот, и поэтому... Усилитель Гудрона у них тут. Усилитель Гудрона, да. Пойдемте, говорит, на крышу. Говорит, зачем? А там, говорит, тепло. Гудрон. Замечательный фильм «Даунхаус». Вот, и поэтому зачастую просто любого человека, который может связать там две буквы в слово и придумать историю, ну, хотя бы на уровне колобка и чуть-чуть посложнее, там, курочки рябы, вот, его с удовольствием берут. Тем более, если это дочь знаменитого Терри Пратчетта, да, который там был, в общем-то, потрясающий писатель, у которого с сюжетами, между прочим, проблем никаких не было, в отличие от современных этих «Уазь». Если увидеть сейчас игру с хорошим, действительно, сюжетом, не знаю, приключенческим, не знаю, какой-нибудь... Что-то Uncharted условный там, да, там неважно, какую часть. Вот вы уже радуетесь, хотя в целом этот сюжет, он не супер глубокий, там не супер какие-то психологичные. А здесь же вот классическая попытка, мы сейчас делаем психологично и глубоко, но мы так не умеем. Хотя, казалось бы, писал сценарий к этой игре, в общем, один из самых лучших сценаристов современных видеоигр. Сэм Лейк. Он же Финн по фамилии Сами Яр. Мне кажется, в саунах пересидел. Я, кстати, не готов с тобой согласиться, что он, ну, один из лучших сценаристов. Ну что, Макс Пейн был плохо для своего времени написан. Посредством. Нет, крутая игра, но там ничего такого особенного не было. Я иду, я страдаю. Графоманство. Квантум Брейк, не соглашусь. Это такой крепкий, знаешь, такой, помнишь такой сериал фантастический Фриндж, да, который вот был? Ну ничего выдающегося в этом не было. Ничего. А ты чё? Ты говоришь это человеку, который нажимает кнопку skip в 90% катсцен во всех 90% игр, в которых он играет. Ты это говоришь, ребят, да, я честно признаюсь, я skip нажимаю в 90% случаев, когда начинается вот какое-то вот такое. Вот, потому что если вы хотите хорошую историю, к сожалению, к дикому сожалению, вам не видеоигры. А если вы хотите от видеоигр, поиграйте, я сейчас крамолу скажу, в какой-нибудь инди, типа To The Moon. Ты играл в To The Moon? И это плохо. Это замечательно. Это потрясающе. Это просто вот ты сможешь, ты читаешь эту книгу, у тебя реально, вот как говорит Антон Логанов, появились первые слезы, да, уже на 30-й минуте этой игры. Вот, что такое хороший сюжет в видеоигре. А так... Знаешь, мне этим нравится. Все звонят. Алло. Что я могу сказать? Саша, ты все сломал. Все испортил. Так, смотри, а тем временем у нас в комментариях, друзья, я напоминаю, что вы можете оставлять свои комментарии под этой трансляцией в нашей группе ВКонтакте, где сейчас она идет, которая называется Combo Breaker. Вот, на нашем канале на Ютубе, который называется... Как он там называется? Комбо Брейкер. Вот, и тут развернулось. Вот то, что развернулось сейчас в интернете. Почему? Я еще раз сказал, что мы выбрали именно эту игру. Потому что она очень неоднозначна. Половина людей ее защищает. Гениально, потрясающе. Стримеры-козлы там, ну, и более обидные слова. Мы их не будем называть в эфире. Ничего не понимают и так далее. Ну и так далее. Вот, а другая половина говорит, что это за щит. Вот, третья половина говорит, что вернул бы, но нельзя, купил твердую копию. Бывает. Ее можно продать. Да. Какому-нибудь человеку, которому напеть, что этот создатель Макс Пейн. Спрашивает, а как же последний бог войны, Александр? Слушайте, бог войны — это игра про... Мальчик, ты... Вот, ну,
Окей, в этом жанре, в принципе, очень достойный сюжет, я не буду спорить. Искать там психологизма только какого-то не надо и глубоких там вещей. Там просто идет накачанный мужик с мальчиком, а мужик мальчика лошит постоянно, да? Вот, а в перерывах между этим сражаются такими круто нарисованными и классно поставленными именно вот в геймплейном плане там монстрами скандинавскими. Вот. Ну и еще навстречу этому мужику попадаются уже какие-то колоритные персонажи. Саша, с таким подходом ты такого должен наговорить про Detroit Become Human. Хороший. Знаешь? Хороший средний сериал фантастический. Но для видеоигры прорыв. Кто-то ходит. Кто ходит? Это наши ходят. А, нет, не наши. Да нахуй, у тебя зато есть прорыв. Так. Так, так, так. Ну, вот, кстати, наш зритель Алекс Ноу с Ютуба приводит в пример мафию The City of Lost Heaven, самую первую мафию, да? Ребят, там был сюжет достаточно клишированный, да? То есть люди, видно, что они большие фанаты там «Крестного отца» и, не знаю, там «Однажды в Америке» и вообще всех-всех-всех замечательных фильмов про мафию. Они, конечно, наклишировали очень много сцен, они, ну, откровенненько, так скажем, не передрали, но позаимствовали. Но на те времена это был очень даже классный сюжет. И концовка там была еще потрясающая. То есть мне типа сюда не нужно было. Нельзя. Ну, когда вот начинает сразу у тебя в ушах что-то долбить, надо сразу разворачиваться. Вот, это в принципе... О! Между прочим, не забывайте, друзья, что мы принимаем донаты, которые потом тратим на видеоигры, чтобы в них играть. И пишет нам наш постоянный зритель, сладкий Бубалех. Привет, 100 лет не виделись уже. Пишет, привет, мужики, давно не виделись. Прям с языка снял, ты видишь, а? Только подключился, думал, тут экшон вовсю, а тут, ну, вот это, вот, ну, вот, вот. Кстати, знаешь, у кого классные сюжеты? Вот ты сейчас можешь даже геймпадом в меня кинуть, я на всякий случай, дай что-нибудь защищусь шапочкой. У Кодзимы. Его можно критиковать за геймплей. Его сюжеты. Можно критиковать, там, не знаю, там, за устройство мира и прочее. Но сюжет у него реально вот по-настоящему по-японски сумасшедший. Как раз. Это ты мне должен шапочки кинуть, потому что я считаю, что как раз первые 4 части были у Metal Gear гениальные, а 5-я говнище ссаное. Ты говнище ссаное! И в штанах у тебя прорыв, как мы уже убедились сегодня. Так, ну хорошо, наш диалог переходит, как, знаешь, мы не в Государственной Думе, давай все-таки общаться по-человечески. Черная грязь! Вот Кодзима, вот он действительно, вот он может в историю, да, вот он так вот может сделать, что прям бух. Вот, а вот Сэм что-то в этот раз как-то немножечко... Вот, ну ты понимаешь, про эту игру, в принципе, ходили, ну не то что слухи, это практически даже секрет Полишинели такой, всем так было известно, то что она... сделано на наработках, которые остались у Remedy после Quantum Break. Даже вот динамика движений похожа, да? Вот эти вот все вот суперкидалки, ну, которые чуть попозже появятся. Буквально через 10-15. И прочее. Кидал. И поэтому Сэму Лейку, условно говоря, там, генеральный директор, не знаю, кто у них там самый главный в компании Remedy, сказал, Сэм, слушай, ну, ты финном стал совсем, да? Давай, сядь. Вот и придумай нам. А Лейк, наверное, в это время там сидел, там, пересматривал там новый сезон Твин Пикса и такой, о, а давайте мы сделаем такую историю, чтобы все загадочно. И про ФБР, ну, чтоб с шутингом. Вот, а потом внезапно запил, ну, после сауны с Ким Финном не бывает. Вот, и там нашли на улице ближайшего какого-то студента местного литфака. Вот, ты же знаешь много известных финских писателей, да? Вот, который перед этим писал какую-нибудь курсовую по Юккали Аккали, знаменитому финскому поэту эпохи Ренессанса, не знаю, чему там, да, к сожалению, не разбираюсь в финской литературе, ни современной, ни исторической, и за, так сказать, там, бутылку водки в Финляндии попросили его быстренько накропать синопсис, накропали, написали на этом Сэм Лейк, а Сэма сейчас где-нибудь в каком-нибудь дюссельдорфской больнице выводит из запоя. Ну, вот у меня есть только такая теория, почему так вот все странно получилось. Не скажу, что фиговую игру я не прошел до конца, честно могу сказать. Только 3-4 часа не играл. Вот так, друзья, вас тут много. Еще раз, на всякий случай, для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что у нас тут комбо-брейкер. Вот видите, вот Кирилл прям специально таким вот нимбом, как на цветы. Вас тут много, и я тут один.
одна. Черная грязь за спиной. Господи, видите, Кирилл как нравится, он запел аж от радости. А, сегодня мы играем в игру Control, которая вот буквально вот вышла на прошлой неделе. Он еще и с этим самым... Да-да-да-да, он опасненький, прячется с него. Он со щитом, блин. Да, надо начать щит пробить, видишь, сверху, а потом все остальное. Ну, там просто, господи, что-то шутер не играл. А, играем мы в игру, соответственно, Control. Это новая игра от Remedy. Надо сразу бежать, когда вот такой загорит. Я куда-то застрял. Он не бежал. Текстуре застрял. Мы играем в игру Control от Remedy. Соответственно, Remedy... Сергей Шуртухин спрашивает, Саша, что ты несешь вообще? Истину несу я вам, люди мои. Что я несу? Я правда вам про игры рассказываю, а вы боитесь ее признать, потому что купили до этого за 5000 рублей. Собственно, я понимаю такие чувства. Вас купили за 5000 рублей! Черная грязь! Пошла вам, проститутка! Тише, Кирилл, игра... Стрижка только началась, все нормально. Все, сейчас все будет. Все модельную или полубокс. Так вот, играем мы в игру, еще раз повторюсь, 15-й раз уже, блин, не надо мне перебивать. Control. Интересно. Во что мы играем? Не знаю, люди смотрят. В игру Control от компании Remedy, которую сделали Макс Пейн, которую сделал Alan Wake, которую сделал Quantum Break, и все это написал Сэм Лейк. И она нам пока не нравится. Ну, по крайней мере, мне. Может быть, Кирилл в конце скажет, там, Саша, ты не прав. Гениально. Божественно. Вот Владимир, наш зритель, кстати, спрашивает, а, Александр, по вашему мнению, сколько игра взяла от прошлой игры? Ну, она взяла движок, она взяла какие-то базовые механики, но не взяла всего того, что, на мой взгляд, опять же, что я любил именно в Quantum Break. А в Quantum Break я любил интересный сюжет, не могу сказать, что он гениальный, но для видеоигры он интересный. Вот, классненький вот этот вот полусупергеройский такой вот экшен. И не взяла, самое главное, что мне понравилось в игре, Quantum Break, это вообще удивительно, потому что все остальные плевались на это. Вот этот вот мини-сериал, скольки там, 5 или 6 серий, который происходил в промежутках между игрой. Все, попадали. Который происходил в промежутках между шутерами. И я считаю, что Quantum Break это очень недооцененная была именно модель. Видюрка, прячься! О, а, нет, смотри, быстро. Вот, очень недооцененная была именно сама... как это сказать, не геймплейная механика, а именно механика повествования. Да, они свалили. Он сейчас вон там по лестнике внизу обойдет, выйдет и опять начнет себя стрелять. Или он самоубился, я не знаю, как директор этой компании. Тут, может, принято так. Так вот, механика в Quantum Break стояла в следующем, что ты играешь примерно где-то часок, а после этого тебе показывают получасовую серию сериала. И тут так вот отваливаешься с геймпадом, такой смотришь, думаешь, ну, круто, интересно, забавно. И после этого ложишься спать. И вот так 5 дней подряд. По-моему, идеально для видеоигры. Ну, такой сюжет. Но не идеально для всех старей. Давай, перезаряжайся. О, кстати, нас спрашивает Остап Бендер, видели ли мы игру Astral Chain на Nintendo Switch? Я знаю про нее, я хочу ее попробовать. Я тоже про нее знаю, но... я видел из нее трейлер. Но пока еще сам я ее не мацал. Ну, как повидаем, так и сообщим. Но обязательно. Все, ты уже на 100%, короче, вылечился. Все окей. Вот эти слушай, еще, знаешь, таким вот загробным голосом, как из фильма «Омен» периодически. Сокрушу. Вот еще одну сохранялку открывай. Вот, кстати, вот, ты знаешь, вот сейчас вот мы вроде идем к одной контрольной точке, другой контрольной точке и прочее. А потом они начнут быть далеко друг от друга. Причем такими исковыристыми быть, что ты вот подходишь к точке, а там босс такой стоит. Ха-ха-ха, пум тебя с первого раза. Ты, блин. И вместо того, чтобы опять повторять битву с боссом и как-то научиться с ним сражаться, опять проходишь 50 вот этих вот, блин, обычных противников. Потом лишаешь какую-то дурацкую головоломку в очередной раз. Опять босс, ты его пим-пим, он опять тебя... И вот так повторить сколько раз. Не знаю, мне не нравится такой тип геймплея. Такой, точнее, не тип геймплея, такой подход к игроку. Все, послушаю передачу. 20 One exactly like it, a perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era. Коллективно и бессознательно времен холодной войны. Сэм Лейк, мне кажется, перестал пить водку. Он пришел на какие-то там, знаешь, грибы шаманские, наверное, у них там растут на севере. Он хорошо съездил в Амстердам. Да зачем в Амстердам ездить? Он пошел в финские леса где-нибудь, там нарезал каких-нибудь мухоморов, пантерных таких, да? Сразу их всех съел и потом такой... Или ПС.
Нет, посредством цвета. Нет. Ну, тебя сейчас научат вот этой штуки, чтобы хватать, короче, столы и кидать их в стены. Ну, то, что и так было известно про эту игру, и то, что было, между прочим, в Quantum Break. Вот, и Сэм Лейк вот съел, значит, все эти грибы, и потом, мне кажется, его товарищи там, знаешь, уже вызвали местное финское МЧС, там его искали, нашли в каком-то охотничьем домике, где потом сидел вот так вот, значит, трясся, у него пена, наверное, изо рта шла. Вот, а рукой он тем временем выводил прям контрол, строчил прям вообще все эти диалоги вот, и так далее. Ну, просто, ну, блин, ребят, ну, фак, ну, черта какого. Да, а новопришедшие нас тоже спрашивают всякие разные... Вопросы задают, точнее, нам. Вот, да, еще раз объясняем, что мы играем на Xbox. Причем играем Xbox, не на простом One Xbox, а One X, то есть самым крутом. У меня картинка дома была, ну, гораздо хуже, честно говоря. Хотя у меня дом проектор, а не мониторы, зачем мне там картинка какая-то, не знаю, сверх. Вот, FPS тут отличный, потому что мы не играли, к сожалению, на PlayStation, но слышали много гадостей про эту версию, что там, мол, и то, вот, ой, блин, вот сейчас будет такой вот долбучий момент, вот честно тебе могу сказать. Вот прям долбучий. А эти туда не пойдут. Ты можешь пойти в красненькое и умереть. То и не будет никакого момента. Кнопочку нажми. Вот убежище, там сейчас еще что-нибудь там найдешь. Там очередной там этот будет. Я, честно говоря, не понимаю, что я вот поднимаю. Материал неопределенное показание. Что это? Вот что я взял? Только, зачем? Слава богу, все. Ты не открыл коллекционный предмет и не стал читать очередную, не повыси это слово, ебучку. Не, туда не ходи. Там будет больно. Вот туда ходи, да. А там будет вот долбучий очень момент. Ты пригинайся, кстати. Ты в курсе, что пригинаться можешь? У меня нет такой кнопки. Есть. А, вот. Вот РС. Тебе даже написали, что они для тупых. Видишь, внизу? Приседайте. Приседайте. Потом прыгаем на месте. Упражнение ножницы. Переходим к водным процедурам. Давай. Не-не-не. Вот. Да. Что он там такой вот вообще вот прям неприятный этот тип. Не-не, тут надо только прятаться. Тут, ты его сейчас отсюда не достанешь, надо опять вот туда забежать. Вот, друзья, тут опять же спрашивают, купить, не купить, там, где, что, как брать и так далее. Еще раз скажу, мы специально решили поиграть в эту игру, чтобы вы сделали вывод сами. Потому что даже если вы следите за нашими чатами, один из них происходит сейчас в нашей группе ВКонтакте, другой на нашем канале на Ютубе, его называется Combo Breaker, вот мнения тоже разделились. То есть некоторые люди говорят, что шедевр вообще гениально, просто потрясающий на кончиках пальцев, геймплей и история, которую я не забуду никогда, там, помирать буду, стакан воды не буду просить, а пересказать мне. А другие люди, как и мы, ну, скажем так, мягко недоумевают. Вот. Что за хрень? Вот Кирилл все говорит правду, да, я все-таки стараюсь быть нейтральным. Вот пока не пройду, хотя не уверен, что буду проходить. Нет, ну слушай, а может быть к концу я скажу по-другому, но пока что я говорю, что за хрень, потому что это какая-то хрень пока что. Заметьте, и заметьте, профессор, прошел час, как вы в это играете. Пока что какая-то... И вы недоумеваете. Пока что это никак не отличается от того, во что мы играли на E3. Подножку подставил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давайте, что ж, дерзайте, Кирилл, дерзайте. Это странные диалоги. Причем поднос из них половина сюжета, себе, да. Который присутствует абсолютно идиотический. Странные персонажи, подносы бубнящие. Неинтересный геймплей, неинтересные перестрелки. Они скучные, они просто скучные. Я не хочу этого говорить, но, блин, Сэм Лейк, может, не надо было жрать грибов? Может быть, к водке бы вернулся обратно? Но, ё-моё, ну так писать нельзя. Про геймплей, ладно, уж молчим. Quantum Break еще тоже. Вот смотри, вот опять выходят люди, говорят, что игра топовая. Какой-то неизвестный мне, не знаю. А в чем ее топовость? Стример сказал, что игра топ, значит топ. Слушайте, а если вам стример скажет с крыши прыгнуть, вы тоже прыгнете? Знаешь, как в школе говорили. С 1 сентября, кстати, прошедшим, друзья. Вот, кому все это еще актуально, поздравляю с началом очередной волынки на целый день. Вот спрашиваю, читаем ли мы записки, потому что игра топовая. А если сюжет игры подается через записки, это, друзья, не топовая игра, а полная импотенция сценариста. Вот, я вам сразу скажу на духу. Записки и прочие вещи должны дополнять, раскрывать и так далее. Они должны объяснять сюжет. Вы знаете, какой был сюжет в игре Doom? 1992 года выпуска, уже не помню, да? Там сюжет был, начинался с того, что мужик появлялся в каком-то месте и начинал мочить монстров. А чтобы понять, каких монстров он собирается мочить, в специальном TXT-файле, приложенном к другим файлам с игрой, был один абзац. Вы, отважный морпех,
которые отправились на миссию, с миссии на Марс, откуда пришел сигнал бедствия с научной базы, где открылся портал, из которого лезут адские существа. Спасите всех. Точнее, не так. Уничтожьте всех. Все! Опять она начала рефлексировать, а? Вот это вот веселая штука, когда ты начинаешь швыряться всем подряд, отрывать куски от стен. Вот да, вот это, кстати, действительно очень классно сделанная вещь. Из пола вырывать. Но опять же, я замечу, Кирилл, это придумано, этот мир придуман не нами. Этот мир придуман... Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Так вот, этот мир придумал Сэм Лейк, естественно, да? Но этот мир еще придумал Сэм Лейк. Этот мир придумал чумной. Так вот, такая же механика была одной из основных в их прошлой игре Quantum Break. Она просто здесь повторена. Еще раз. Вот, и в принципе, повторена неплохо, она хорошая. Но, блин, это... Механика с чем? С предметами? Бум, да, с киданием предметов, там столов всяких разных, в рожу противника, ну или просто так, чтобы разбить их об стену. Она даже, в принципе, для Quantum Break была не нова, так, на секундочку. Она сделана хорошо. Хотя бы весело. Да, но это, опять же, это реюзинг, как это называется в мире разработчиков видеоигр. То есть, знаешь, что такое реюзинг? Это, например, когда ты китайский разработчик и сделал, например, драчку на мобилке. Срачку. Да, сделал там клевых персонажей, нарисовал артов, там всяких деревцов, текстуры, прочее, прочее. Сделал, драчка хорошо продалась. И ты такой, блин, а зачем мне заново рисовать всех вот этих там бойцов, там, не знаю, всякую технику, деревца и текстуры? Возьму и из этого сделаю теперь что? Стратегию, например. И делаешь стратегию. Это называется реюзинг. В принципе, это неплохо, но и это не продукт первой свежести. Это все как-то, на мой взгляд, это как-то лучше... Да-да-да, давай, кирпичом. Такой мини-тутор ты проходишь сейчас. У него периодически случаются такие отвалы в голове, и в этот момент случается тутор. Дискета привязана, доставлена. Совет вам. Ис и противник ищет наше астральное измерение. На измерение. Так, вот опять приходят люди, которые называют нас... разными словами, скажем так. Вот, говорим, что мы ничего в играх не понимаем. Возможно, друзья, возможно. Но мы знаем только одно, что вот хорошие мы игры любим, а игры странные, действительно, вы правильно заметили, не понимаем. Так, вот, собственно... О! Потянулись наши топовые зрители, которые спрашивают, а когда же будет Fortnite? Слушайте, во-первых, он уже был, а во-вторых, у нас что-то все эти, честно могу сказать, игры престолов, что-то было, сказал, королевские битвы, несколько вот поддостали уже. Мы в прошлом году кучу раз играли в PUBG, несколько раз играли в Fortnite. Вот. Не идет. И один раз я даже, по-моему, нет, не выиграл все-таки ни разу, я второе место один раз в PUBG только занял. Ну вот как-то, вы знаете, не наше. Мы действительно слишком старые, мы хотим хороший сюжетный экшен, но получаем опять в репу из пистолета. Сука. Молодцы. Вот про Doom от Джона Кармарка, от нашего зрителя Алекс Сноу. Сюжет в игре, как сюжет в порнофильме. Он должен быть. Но совершенно не важен. Ну, это, конечно это же, спорный момент, конечно. Нет, спорный. Не так. Нет, вспоминаем. В 90-х так и было, в принципе. В 90-х, да, нет. Есть игры, в которых действительно не важен сюжет. А есть игры, в которых он очень важен. Так, подождите, мне что-то опять сначала? Ты опять с этого места. Поехали. Да? Сейчас опять это... А, не-не-не. А, не-не, все, фух. Все в порядке. Я испугался, ты же там открывал до этого эту вот фигуру. Во! Правильно, в репу. Вот это вот веселые моменты, да? Это вот там такой чисто джедайский геймплей. Блин, слушай, кстати, как я жду вот новую джедайскую Звездные войны новую игру. Хотя вот опять же в очередной момент возьмут и испортят. Здесь уже никого нет. Уже последняя классная джедайская игра, которая была по Звездным войнам, она выходила уже почти 15 лет назад. И называлась Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. И механика она была просто волшебная, конечно. По поводу того, когда сюжет нужен и важен, и без него бы не случилось игры, тот же Uncharted. Вот наш... Прошу прощения, тот же Last of Us.
те же всякие Heavy Rain, Фаренгейты и прочее. И вот, огромная туча игр. У нас есть постоянный комментатор, зовут его Ватпик, он с Ютуба, вот, и он говорит, Ватпик, конечно, только не обижайтесь, да, но вы говорите какую-то фигню. Дичь! Чушь несете! Фигня! Вот, Ват, вы говорите, дичь, что это лучшая игра Remedy, если эта игра не нравится, то остальные не понравятся тоже. Что? Макс Пейн? Алан Вейк? Они хуже? Чё? Чё? Я не понимаю. Просто ничего не понимаешь в играх, Саша. Да. Тебе уже сказали. Я Старпер, козел, идиот. Старпер. А, эти уже ушли. Старперк, кстати. Старперк. Ну, тебя тоже так же обзывали. Старперк. Старперк. А, меня тоже обзывали Старперк? Да, Старперк, естественно. Да. Еще бородой. Ну, окей. Осталось услышать еще шутку про лысого и толстого, и прям бинго будет такое. Комбо-брейкер бинго специальный. Так, а мы тем временем продолжаем все-таки. Сейчас Кирилл пройдет. Вот, из пола вырвали. Давай сейчас из стены. Давай. Сейчас он перезарядит. Ну, не он сверху, давай. Вот, из стены вырвали. Почтовую комнату уничтожил. Ты давай по сюжету идти, хватит кидаться-то. Чё бы не кидаться, зайдем в сортир. Зайдем в сортир. И там этот груз закончен. А тут пусто. Будем мочить в сортире. Кого? Всех. Кстати, я не пойму, а где у тебя мини-карта? Она же была. Может, ты забыл включить или выключил какой-то кнопкой? Всех обманул. Нажми, Саша. Эти, как его? Кого? Эти, курки. Да не те курки, а верхние. Тоже нет? Саша, а ну-ка нажми. Слушай, там была мини-карта в этой игре. Давай, посмотри, параметры управления. О, господи. Уй. Включи вертикаль. Нет, не делай горизонтальную чувствительность. Ты вот этими курками, ЛБ, РБ. Да вон сюда, он управление. Да, подожди. Понимать, вот. А почему здесь управление? И а может, она включается какой-нибудь кнопкой? Мне кажется, ты ее просто отключил, нет? Или там не было? Переключить. Может, карту, плюс, мин, вот. А, во, надо этот отключать. Вот, мини-карта, наконец-то. Все, определись теперь, куда ты идешь. Нет. Во! Человек, который только что зашел к нам на стрим, говорит, что ж с графонием, у вас что, на среднем стоит? Нет, друзья! Мы играем на самой мощной консоли современности, которая называется Xbox One X. Это просто игра так выглядит. Ну вы уж ее как-нибудь поймите. Где же не нет HDR-ов всяких? Движок, опять же, тоже не самый современный. Он же у них самолепный был, да, движок от Quantum Break? Это же не какой-нибудь там Unreal Engine там. Так, ключик нашел. О, человек сразу нашелся, говорит, раз консоль, значит, и графен говно. Давайте на ПК запустить. Посмотрим. Слушайте, кстати, вот, друзья, тоже вот в комментах хочу спросить, вот те из вас, кто играет на... Точнее, играл уже, поиграл на PlayStation. Скажите, пожалуйста, вот как-то вот развенчайте эти слухи, либо наоборот. Там действительно ой, иногда FPS падает там чуть ли не 25, там 15, да? Ой, или все это нельзя? Жалкие наветы и неправда? Вот объясните нам, кто на PlayStation-скую версию играл. Это же газ какой-то, мне же сюда нельзя? Или можно? Не-не-не, сейчас тебя покиляю. Ты чё, где видишь вот это? Там сразу беги. Ну, можешь книжку почитать. Я знаю, ты любишь читать всякие странные файлы. А вот Ват, наш вот постоянный просто критик, я так понимаю, не успокаивается. Говорит, комбо-брейкеры, а вы заметили, что игра в своей камерности напоминает Resident Evil в первой части? Визуальным стилем, атмосферы Silent Hill. Вот при всем уважении, нет, я не заметил. Она напоминает визуальным стилем Quantum Break. Вот, геймплеем чуть-чуть джедайские игры, чуть-чуть тот же самый Quantum Break, который был там на замедлении времени, всяких вот этих фокусах и так далее построен. Вот, а по механике она напоминает черт знает что, но это черт знает что мне не нравится.
Я смотрю, ты решил их только так вот, да, сказать? Вообще, такая я... быстрее. Ты знаешь, я вообще в какой-то момент просто забил, просто отстреливался, вот так вот убегая. Вот. Но, в принципе, такой объект можно вырвать. Огнетушителем, кстати, кидай, не взрывается. Не говори мне под руку. Ну, сейчас, кстати, здесь я не заметил проседания FPS. Да, ну вот наш зритель как раз говорит, что он играл на ПК, и вот именно тут у него проседал FPS. Ну, черт возьми. Вот. Я к этому и сказал, что ну, вы, друзья, еще помните, что вы, во-первых, смотрите все это в стриме, а в стриме всегда графоний мыльный, даже если вы играете прям просто потрясающе, там, красивую игру на супер, там, компьютере, всегда мыльный и всегда так себе. Поэтому для тех, кто хочет, может быть, оценить графоний, обязательно потом посмотрите наш стрим, или вы сначала, например, не смотрели, обязательно посмотрите наш стрим, мы все наши стримы выкладываем на нашем специальном канале, который называется Combo Breaker Live. Не забывайте на него тоже подписываться. И вообще подписывайтесь на Combo Breaker на Ютубе, подписывайтесь на Combo Breaker ВКонтакте, мы еще в Телеграме есть. Вот и не просто подписывайтесь, еще обязательно колокольчик ставьте, чтобы в следующий раз, когда какой-нибудь там ролик от нас или стрим начался, а у вас там тоже прозвенело, типа дын-дын. Сейчас будет прикольно. А прикольно будет. Чтобы когда у нас стрим начался, у вас там что-нибудь прозвенело. Ты помнишь такого чувака, которого звали Анатолий Кашпировский? Вот, это Анатолий Кашпировский, значит, полстраны проводил там, значит, сеанс там психотерапии, прям по телеку. Вот, и в основном он лечил, потому что он профессиональный врач настоящий, от энуреза. А энурез, это объясняюсь, когда ты непроизвольно писаешься в кровать, да ты наоборот обходи их, надо прятаться от них, у тебя же жизнь-то тратится. От энуреза. Энурез, это когда ты в постели, соответственно, писаешься. И как-то по телеку тогда еще при Советском Союзе говорить... писаться, там, не знаю, обсал штаны и прочее, было не принято, а сейчас в передачу Малахова все можно. Вот. То он говорил-то так: когда у вас ночью прозвонил будильник. Собственно, у меня будильник звонит постоянно, на этот день. Да, друзья, ну и опять даже вводно, извините, мне все-таки надо технические части как-то говорить. У нас тут Combo Breaker, Кирилл Ерошкин, меня зовут Александр Кузьменко, мы сегодня играем в Control, игру от компании Remedy, которую Макс Пейн сделал, Alan Wake, ну, в общем, вот это вот все. Игра нам, честно говоря, не очень нравится, она нас пока обескураживает. Хотя, вот ты знаешь, где-то вот в этом месте я уже начал втягиваться потихоньку. То есть есть какое-то такое перемещение, там, скольжение, что-то там, пострелушки какие-то веселые. Вот. Но, честно говоря, убивает вообще своим синопсисом, вот этой неорганизованностью просто построения здания, постоянной необходимостью давить на мини-карту, которую ты, Кирилл, сейчас опять не дави. Помнишь кнопочку там надо нажать? Что ты все мониторы кидаешь? Все, по-моему, пошали. Вот. У нас трансляция ведется, соответственно, на наших каналах в Ютубе, в группе ВКонтакте. В общем, жмите там колокольчик. Это самое важное, что нужно запомнить. Да, а еще мы очень любим донаты, которых вы нам не кидаете. И поэтому нам приходится воровать ради того, чтобы покупать видеоигры. А воровать грешно. Как сюда зайти? Ты что нужно сделать? Я не помню уже, слушай. Я как-то это пробежал. Ну что, давай так, быстрое прохождение посмотрим на Ютубе. Так. Мне вообще вот... Что-то я, честно говоря, запамятовал. Мне вот сюда нужно. Так, а как сюда мне попасть? Давай выйдем. Ага. А здесь закрыто. Знаешь, я однажды пошел в такую организацию, которая называется Государственный реестр. Мне надо было кое-что там по недвижимости с документами оформить. Я себя чувствовал примерно так же, как вот играя в эту игру. То есть я вот ломился во все двери, ничего нигде не нажималось, не открывалось, о, людей не было, и ничего не работало. Во. Ой, блин, сейчас будет опять вот эта вот неприятная личность. Такой, ой, черт, оступился. Он неприятный, кстати, тип, но его лучше этот, все-таки, да, пулять. И зовут его Тимати, в смысле Томаси, ну, какая разница. Тише, сейчас обычно еще будут набегать там снизу. Осторожно. Во, уже набежали. Вот тактика простая, сам понимаешь. Сначала вот этих вот, кто внизу ходит, а потом вот этого Тимати Томаса, в смысле. Ну, неважно. Вот этого рэп-певца, короче, потом уничтожать. И главное, забирай, житуху еще главное собирай, а то тебя сейчас убьют. Потому что смысл тот, что их надо побить, житуху с них собрать и... В общем, советы мастеров. Подписывайся на нашу рубрику. На глыбу еще. Блин, и вот видите, вот укрытие в этой игре реально не есть, но они работают, блин.
всякий раз, когда ты начинаешь стрелять, ты снова из-за этого крутия вылезаешь. А не прячешься, как автоматически, например, там, Gears of War. Вот Gears of War — вот это игра про укрытие, а это... Наш зритель Беломор пишет нам: «Ребята, зарплата, поддержу ваш канал, как только устроюсь на работу. Удачи вам, Беломор! Вы устраиваетесь на работу, поддержите наш канал, мы продолжаем покупать игры, стримить и вообще всячески...» Сейчас, подожди. Но это еще не все. Mm-hmm. Вторая фаза, ну, господи. Вот это да! Что это? Неужели это какой-то адронный коллайдер, блин, судя вот по вот этим трубкам еще, охлаждение? Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Так, телефон там после зала обработки почты, окей. Ой, вот это вот еще постоянно вот беганье, прыганье, ну чё это такое, блин. Ребят, современные шутеры, они должны делаться для идиота, ну, то есть, для меня, например. Или вот даже Кирилла. Потому что вот это вот все брожение, поиск, в какую дверь зайти, ничего открывается, а тут не работает, а куда залезть. Все уже в современных играх таких, ну, дурной тон. Бежать надо вперед. С небольшими отклонениями. Наш зритель Стахлайхай говорит, что как ощущение от стрельбы? В квантуме шутерная механика была беспардонно отвратительная. Ну, здесь тоже не фантом. Ну, я бы не сказал, что она, конечно, отвратительная. Она была специфическая. А вот здесь, кстати говоря, вот все, особенно, как сказать, хейтеры, кто ненавидит, а кто любит, ну, лайкеры, да, все лайкеры, так сказать, этой игры, наоборот, говорят, что какая механика, ну какая механика. Ты знаешь, я в ней через 3 часа игры, в общем, тоже что-то начал находить. А возможно, просто привык. Ну что ты наделал? Решил полетать. О, кстати, нам подсказывают, что это не адронный коллайдер, это пневмопочта. Ну что ж, да, это пневмопочта. Ой, дедушка, я опять летал во сне. Ну ладно, ладно, продолжим наши экзерсисы. Бери, Саша. Что? Это специальная китайская палочка, которой я тренирую мелкую моторику. Которую засунь ее сейчас себе в задницу, чтобы тренировать мелкую моторику. Не нужно на стриме ее использовать. Конечно. Это же очень полезно. Вот ты сидишь, тренируешь мелкую моторику, но у тебя происходит затек вот здесь вот, да, и потом как-то эффект такой турбулентный, не помню, как смешно очень еще называется. Ой, блин, опять с этого меня слышишь. Ну, а я занимаюсь делом. Вот тебе правильно сказать, что дергаешь шнур несколько раз, но это было очевидно. Вот очень плохо, что вот в ближнем бою вот она его должна раза 3-4 ударить, чтобы убить. Хотя это далеко не самый там свирепый и крутой противник. Ну. А что, все, по-моему, да? Нет, там кто-то бегает еще. Кто-то бегает? Мысли у тебя в голове бегают. В штанах у тебя мысли бегают, Саша. Мысли у тебя в штанах. Кирилл, тебе не кажется, что наш канал превращается во что-то, во что уже давно превратилось, по-моему, 99% русского стрима? Я использую, Саша, исключительно твои любимые примочки. Ты знаешь, это примерно то же самое, как вот... От тебя же я научился, я до встречи с тобой не использовал это. А, то есть плохому научился. Конечно. Молодец. Это примерно, понимаешь, вот использование часто подобных, как ты их выразился, примочек, это примерно то же самое, как подросток, который научился матерным словам, да? То есть он еще и по-русски-то толком не умеет говорить, а уже говорит через... Да? Вот. И тем самым он оскорбляет не только себя, но он оскорбляет и русский язык. Потому что такие слова можно и нужно использовать. Потому что когда тебе кирпич упадет на голову, ты не будешь говорить «я помню чудное мгновение», да? Ты будешь говорить «суп», да? Вот. Но использовать это надо к месту. А вы их используете просто, вот, знаешь, как вставки между словами. Ты никогда не задумывался, почему, когда ты смотришь, например, по телевизору выступление какого-нибудь там генерала важного, да, который рассказывает там об успехах Сирии, и он говорит: «Ну, мы в Сирии, там у нас была атака». Вот почему он акает так, мэкает, да? Ну, потому что в реальной жизни, когда он разговаривает, он заменяет это и прочее вот этими самыми... другими словами, скажем так. Поэтому их надо использовать нечасто.
Но к месту. О, кстати, у нас интересный вопрос. Какая у вас любимая игра от Remedy? Вот у вас какая, Кирилл? Макс Пейн. Первый. Первый, да. Совершенно с тобой согласен. Первый Макс Пейн — моя самая любимая игра от Remedy. Она настолько мне просто бошку оторвала вообще, что я думаю, ничего себе. Нет, второй тоже был очень неплох, он был очень крутой, классный и прочее. Но... На этом, на мой взгляд, хорошие игры в Remedy закончились. Нет, почему? Второй Макс Пейн — очень классная игра. Она... Ты назвал второй Макс Пейн? На этом, да. Ну, да. Alan Wake мне не нравился никогда. Это была такая вот типичная, знаешь, когда слишком многого ждал, а получил просто хорошо. Ну, такое, согласись. Там были там отсылочки. Там, геймплей, да, вот с этим фонариком, когда он постоянно там ходил, блин, это было, конечно, так себе изобретение. Вот, но вот первый Макс Пейн — это просто гениальная игра. Второй — это повторение гениальной игры, но не так свежо, но тоже круто. Вот, ну, а потом как-то вот пошло просто хорошо, а сейчас пошло какое-то, повторюсь, недоумение. Давай, решай головоломку-то. Это для мужчин, для женщин, а там для сектоидов, что ли? Вот что за значки такие были? Так, еще раз, типа, за что подергать? Вот Владимир, кстати, наш зритель из ВКонтакта, пишет, что у меня есть предположение, что игра создана для эстетов жанров игр Dark Souls. То бишь для меня... Нет, Владимир, по-моему, вы ошибаетесь. Мне кажется, механика вообще и устройство этой игры, ну, совсем не похоже на... Вот сюда пока не надо. Совсем не похоже на Dark Souls. Ну вот, гостиница, казино Ocean View. У тебя задание — обойти ее. Ну, обходи. Я уже обошел. Плохо обошел, черт. Да нельзя. Я уже... Выйди, обойди как положено. Десятый раз нажимаю на колокольчик. Вот так вот можешь еще нажать на колокольчик. Эти все, они не это самое, не открываются. Вот спрашивают, что я думаю про Alan Wake. Ну, мы уже только что буквально об этом говорили. Хорошая игра, но не более чем хорошая. Вот. И самое обидное в Alan Wake — то, что она реально недописана. То есть они, конечно, пытались рассказать историю в дополнении, но я считаю, что если ты делаешь сюжетку, она должна начинаться с А и кончаться Я, да? То есть не обязательно буквами, но она должна быть законченной историей. История Alan Wake, она нифига не закончена. Я писатель, и в конце я... Читайте. Да, это не спойлер. Утонул. Вот, собственно. И ты такой, чё? Вот, тогда уже у меня начали закрадываться сомнения, честно говоря. Так, ну и чё, куда, что, я не понимаю. Ну, звонок ещё раз нажми, говорят, надо кучу раз его там, тын-тын-тын-тын, вот такой. А ты посмотри, может, что-нибудь меняет вокруг? Ох, же карту открой, ладно, я знаю, ты не любишь мини-мапы, но попробуй. Слушай, я не помню, где это проходило, но что-то там было со звонком связано, это точно. Вот очень правильно говорит наш зритель Алекс Зорт, что игра из серии «Сломай себе мозг». А я терпеть такого не могу в играх, которые себя позиционируют как экшены. Я хочу себе сломать мозг, я вот набор головоломок от Алексея Пожитного скачаю. Или куплю, конечно, куплю. Во-во-во. И буду его ломать там. А в экшен хочу бежать и делать так. Просто как Рэмбо. Ну... Что-нибудь поменялось? О, интересный вопрос, кстати. Есть ли у нас предположение, какие игры будут на запуске PlayStation 5, то есть в конце ноября 2020 года? Хотите, скажу вещь, которая всех оскорбит? И меня в первую очередь. Они возьмут и Last of Us 2 не весной выпустят, а в ноябре следующего года. И скажут, это стартовый продукт для PlayStation 5. Вот это они, конечно, тогда вот поступят скверно. Но это очень-очень вероятная ситуация. Вот если я буду прав, потом через год, вот посмотрите, там вот даже больше, чем через год, этот стрим, и вспомните пророческие слова. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Очень. Опять? Чё, Тутеров давно не проходил? Дай проходи. Сейчас-то что я получу? Вот еще один отзыв, на этот раз из ВКонтакта. Алексей Толянов пишет, что прошел игру полчаса назад. Понравилось, в принципе. Наверное, худшая из игры Remedy. Худшая? Вот это правильно. Пока да. То есть сейчас, сколько там уже? Час 20 мы уже в нее играем, и пока все это как-то очень... Давай, поборись с вертящейся неведомой фигней, короче. Не знаю, как это сказать. С набором обстеклсов, так сказать. Что мне с ними делать-то надо? Я не очень понимаю. Ну,
Тебе пишут, что телефон тебе позволит связаться с ней. Может, с ней поговорить надо? Ну, телефон-то у меня здесь нет. А ты его поищи. Может, трубку кто-нибудь там, не знаю, убрал. Вот, давай. Может, там где-нибудь лежит. Да, друзья, для тех, кто к нам недавно присоединился, до сих пор интересуется, что за графон, что за ужас и так далее, напоминаю стандартную свою кричалку уже... Горло устало кричать. Играем мы на Xbox One, но не просто One, а X. То есть, на секундочку, самой мощной игровой консоли сейчас на земле, которая поспорит там с иным компьютером за 2000 баксов. Ну, то есть, реально, она очень мощная. Вот это, по идее, должен быть идеал вообще графики. Играем мы, соответственно, вот, вот, с сущностью. В общем, играем мы в игру Control, она от Remedy, и она нам не нравится. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Это как гербовый телефон такой, знаешь, который связь с Кремлем сразу. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the bureau as well as I do. Это же курильщик из X-Files. Да, да, абсолютно. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. А вот теперь тот самый момент с использованием мата. Что ты, блядь, несешь? Вот что ты несешь вообще? Вот что ты несешь? Ватный тампон ставь, у тебя кровь идет. Ну, что это вот за вот игра, вот, не знаю, в Линче, Фигинче, в Тарковского, Ковского, Ходорковского, блин. Ту. Ну вот правда, жалко, жалко смотреть, как вот талантливые люди делают плохо. Вот с кем она сейчас разговаривает? Вот ты с кем сейчас разговариваешь, тетя? О, пропал. Дурилка. Абсолютно правильно замечено. Мне действительно плохо от сюжета Control. Мне реально физически от него вот просто плохо. И знаешь, наверное, Кирилл, ты прав. Я вот за вот эти полтора часа, что я снова наблюдаю, я же все это уже проходил, наверное, понимаю, что дальше я проходить не буду. Это обидно очень, потому что я проходил все игры Remedy, вообще все. А Max Payne 1-2, наверное, раза по два. Что я вообще очень редко делаю, перепрохожу игры заново. He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Сейчас она опять что-нибудь тебе в голову говорит. Нет, о, слава богу. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the interval. Кроволов. Старшему дяде иди полежи, отдохни. Я реально, я лучше полежал бы, отдохнул. Чем смотреть на это. Это позор. Не, понимаешь, если бы это сделали каким-нибудь там ноунеймовые разработчики из... Ну ладно, не будем говорить. С Польши, например. Хотя в Польше тоже теперь хорошо делают. Из Венгрии, условно говоря, да? Я бы простил. Ну окей, да, мы делаем. Ну блин, ребят, вы Remedy, вы Макс Пейна придумали. Вот тот, кто говорил про внутренний диалог, что я до него докопался. Вот у Макс Пейна, вот у него внутренний монолог. А это какой-то, блин, страдание это называется. Мудовое страдание. Или так. Чем мнения разделились наших зрителей. Один из них говорит, что главная героиня очень симпатичная с некоторых ракурсов, а другой из наш зритель утверждает, что транс какой-то. Трансагентство.
От. Максим, тот же самый зритель, который микроволновку предлагал выпить, говорит, что нормальная тема для истории про X-Files, интрига ради интриги. Нет! Это ненормальная тема, потому что X-Files были хорошо и интересно написаны. Они, сколько длится тебя интересовали? Этого? Часов 8, по-моему. Или больше? Ну, больше. Больше? Что-то дофига как-то больше, да, я не помню. Я не прошел до конца, поэтому шо уж мне судить. Ты сказал, что ты 4 часа поиграл. Ну да. И вот это вот там все и продолжалось. У 3 часа это просто в 2 раза больше, чем мы сейчас играем. Но оно не 3 часа, поверь мне. А вот Сергей мне напоминает, что Александр в своей рецензии на Max Payne 2 вы писали, помните, что первый раз 7 или 8 тогда прошли. Я не помню, друзья. Во-первых, это было, блин, почти 20 лет назад, да, когда вышел первый Max Payne. Но я помню, что я в него просто нарубливался. Условно говоря, прошел, посмотрел, как он там на небоскребе стоит. Нарай, заново, что ли, еще раз. Вот, там, потом спустя полгодика так, что-то играть не хочу. А, опять в Max Payne поиграю. Компьютер новый купил такой. Ну, давайте оценим графон, как он будет выглядеть. Где? Правильно, в Max Payne. Еще разок. Много. Мне нужно куда? Сектор обслуживания. Отдел, а здесь нет у меня на карте сектора обслуживания. Управление центральный отдел написано. А, это ты сейчас тут находишься. А сектор обслуживания, наверное, исполнительный отдел. Нет, тоже. Найти путь в сектор. О, тебе путь туда надо найти. Так, подозреваю, что, видимо, у меня как-то вот сюда куда-то. Communication Department. Что там еще было написано? 12 часов, говорят, если идти только по сюжету, не погибаю. То есть дофига так. Мучение надолго. Так. Мне типа вот сюда. Нет, ну сюда не могу. Да, не дают. Господин Дмитриев нам тут с Ютуба забавный комментарий. К слову об актрисе. Ну, это прям главный героинь тогда. Мне понравилось. Плюс один. Забавно, что я потом решил посмотреть на актрису вживую, и рендер оказался симпатичнее. Слушайте, ну это та же история, как, знаете, со звездами Инстаграма, да? Которые такие прям все из себя симпопусные, короче, там на картинках в Инстаграме. А потом видишь в реальной жизни и такой, господи. Это вот, как знаете, произошла такая вот история буквально пару месяцев назад. Одна инстаграм-дива, не буду говорить кто, вот, отдыхала в каком-то пятизвездочном отеле в Турции. Ну, естественно, каждый день там просто спамила инстаграм, там фотками, там, я там, не знаю, еще как-нибудь там и так далее. Он сказал, что она блокадница, нет? Гораздо хуже. Нет, это другая инстаграм-дива. Там была какая-то смешная история. А эту инстаграм-диву узнал какой-то мужик, который тоже отдыхал в этом отеле. И он, конечно, не следил за ней, он прям не преследовал ее, да. Но всякий раз, когда он видел, что она фотографируется, он фотографировал ее со стороны. И потом сделал какой-то коллаж из тех фоток, которые в итоге оказались в ее инстаграме, и тех фоток, которые фотографировал он. Так. Ну что я тебе могу сказать? У нее фотошопер на фулл-тайме работает, мне кажется. Потому что реальность, скажем так, оказалась не настолько приглядной. Поэтому помните, друзья, все виртуальное вас обманывает. И уже в скором времени будущее человечества будет зависеть только от настоящих ощущений, только от настоящего. А все есть красивые виртуальные картинки, ненастоящие женщины, фейковые ощущения, которые забираются к вам в мозг. Это все будет считаться так, уделом бедных. Только настоящие будут цениться, только хардкор. Прыщ на жопе, вот это будет красота. Откуда? А замазанное лицо, так себе. Кто стрельнул-то в меня? Попомните мои слова. Да подожди ты своими прыщами на жопе. Подожди, я тебя что, отвлекаю, короче? Да. Я людям про вечное, людям про их будущее, про киберпанк, так сказать, 2019, да? А ты играешь какую-то свою, это как, дебилку, короче, свою гоняешь, по-другому не скажу. Дебилку, стрелялку. Ну, да, к сожалению, это теперь так. Ух, ёп-ёп-ёп-ёп-ёп, тише, ухожу! Тише. Там тебе кушать не дадут, там наоборот другого дадут. А чё он закрывается назад? А чё, ничего нифиг открывается.
Ну что ты табуретками кидаешься? Это убежище, видишь, оно закрыто. А все равно туда пройти, там только убежище, там оно, видишь, оно закрытое. Куда тут выйдешь? Ишь ты как. Знаешь, есть такой дурацкий глагол, он уже даже сейчас не очень молодежный, все время он лишь по-другому говорит. Он называется «вставляет». Да, вот иногда вынул игру вот так вот в ключ, не разберешься, а вот за 10 минут тебя вот реально вставляет. Даже если она, ну, не самая. Почему там, я не могу к себе вот эту хрень? Фигню. Вот. А это, ну вот полтора часа уже, ну сколько, больше? Не, ну полтора ровно почти часа. Не вставляет. Ну никак. Вообще никак. А как мне туда? Там о, что-то... нам Алекс Ноу пишет, а что так много дизов? Я не понял, что нам там много дизов, что ли, Кирилл? Я просто не езжу отсюда. Да, нас там, наверное, этот... А, потому что мы ничего не понимаем в хороших играх, я уверен. Ну-ка, что там пишешь? А, здесь нельзя посмотреть, потом нельзя? Посмотрим. Ну, а вот чтобы не было много дизов, дорогие друзья, поставьте нам много лайков. Раз вы уж донаты не шлете, хоть лайки шлите. Они бесплатные и требуют только вот одного напряжения, так, мускул вот этого пальчика. Так. Ой, а нам будет приятно. Сюда все равно нельзя. Интересно. Так, а вот здесь, кстати, было ли? О, Максим, наш постоянный зритель из Ютуба, вот прям буквально глаголит, да? Он говорит, генерально про сюжет. Сюжет в этой игре, конечно, не конфета. И игра, на мой взгляд, про приятную механику. Идешь, швыряешь всяких врагов, смотришь, как все по физону разлетается. Понимаете, Максим, я с вами согласен и согласен. То есть, с одной стороны, действительно, швырять приятно. Вот видите, Кирилл тут ходит, вот просто вот как собака Павлова, и все швыряет. Это действительно приятно. Но искать, куда мне, блин, теперь пойти, вот эта вот механика, она, вот знаете, середина 90-х, ранних 2000-х, да? В современных играх такого быть не должно, и богу. Игра сама должна тебе говорить, ты дебил, иди сюда, вот тебе стрелочка. Ну, ты не прав, Саша, абсолютно, целиком и полностью. Иди дальше в Dark Souls играй. И пойду, и буду. Сколько ты раз прошел Dark Souls, Кирилл, а? 3 или 4. Я не считал. Вот. Ну, опять же, смотри, видишь, так, с учетом того, что у нас, вот, например, сегодня тут разворачивается целая там драма, там некоторые считают эту игру гениальной, другие вообще не могут понять, что происходит, а некоторые даже не могут понять это за свои деньги, которые заплатили, деньги, кстати, немалые, между прочим, могу вам сказать, вот, то и если тебе нравится искать, куда идти, то, Кирилл, я в такое, еще в 90-х наигрался, во всяких, знаешь, там, например, Jedi Knight 2, когда в какой-то момент тебе надо было просто по гигантскому уровню пробежать, и выход из него был только в маленьком лючке на потолке, куда надо было подпрыгнуть на джедайской скоростью. То есть я пипец, я дня два искал просто этот выход. Вот это, на мой взгляд, не геймплей, а раздражение. Но тогда я был более терпеливый. Сейчас, при таком обращении, я вот не могу понять, куда идти 20 минут, все, до свидания, игра, goodbye. Но, правда, сейчас и YouTube есть. Если ты совсем прям тупишь такой, на YouTube посмотрел, так... А, во, надо было вот сюда, вот под вентилятор, короче, пролезть, шуршать палкой, короче, и тогда обвалится стена на противоположном конце уровня. Ну вот сейчас меня такое не вставляет. Как-то от игры хочется удовольствия, а не гемора. Между прочим, нам упало 50 рублей. Mm-hmm. Когда Антон в гости заедет? Слушайте, а мне кажется, Антон, он вообще, он в своей Дубне, он просто поселился, да, он... Как этот, он в ней поселился. Как, нет, ты знаешь, он поселился в ней в том смысле, вот как, знаешь, вот в этой вот дурацкой повести Лукьяненко, как она там называлась там, Черновик, во. Когда какой-то супер там волшебный маг должен жить только в пределах там 200 метров от своей башни, в которой он живет, и выйти дальше никуда не может. Вот, и вот так же вот Антон Логвинов, мне кажется, он живет только вот в пределах нескольких километров и никак из Дубны выехать не может. Но он надеется, что как только он все-таки справится с этим древним заклятием, мы его обязательно в гости пригласим. Вот мой, между прочим, однофамильец Илья Кузьменко вот речет вот истину недаром. Он мой однофамильец говорит, в хороших играх дизайн уровень таков, что ты все находишь быстро, если, конечно, в глаза не долбишься. Вот Илья, вот, пожимаю вам виртуально руку, абсолютно верно. Вот в плохих играх ты такой, че, куда вообще, где мини-карта сделана над ними, ну и так далее. Так,
Так, ну здесь вот эта херня, это, я так понимаю, финал. Дальше не пройти. Не, не пройти, там дальше был, помнишь, этот черт, который такой вот вылетал, там, как призрак Джобса. Он не здесь был. Но в очень похожем месте. Вот, а, да, точно, он не здесь был. Но место вот настолько вот просто, знаешь, еще отлично выбранный сеттинг. Вот такой полуофисный, полуиндустриально-заводской стайл. Что может быть хуже вообще, я не знаю. То же самое, вот, к ночи помянутый. Будь здоров. Так, ну я тогда не понимаю, куда мне идти. Тебе, Кирилл, идти домой, она, мне кажется, заканчивается этим фарсом. Ну, найти, ладно, давай, давай, сейчас попробуем найти, да-да-да. О! Спасибо. А можешь так же еще головой? Ой, смотри, ты головой не работает. Вот, да, можно с тобой попробовать? Нет, не надо. Ну, давай, не нужно. Все равно в нее только кушаешь. Ладно, окей. Хорошо, Максим Дмитриев, спасибо, Максим, присылайте нам 300 рублей, благодарю вас. На кофеек в Старбаксе там, ну, слушай, на один хватит, там в Старбаксе кофеек стоит столько, что мама не горюй. Благодарю вас. Но лучше мы его потратим на что-нибудь полезное. Например, на боржоми и березовый сок. Ну, псаран. Так, ну что ж, где сектор обслуживания? Говорят, что ты тупой, и отмечено, где надо искать желтым. Ну-ка, посмотри на мини-карты, где отмечено желтым. Центральный отдел. Я был, ну, там были уже. Это ты тупой! Приходят тут всякие тупые вообще. Мы там уже были. Не, ну сейчас, если что, вернемся. Нет, а может быть, туда надо пролезть, где-нибудь там через вентиляцию, которая открывается еще в каком-нибудь непонятном месте. Да. Так. А что ты кнопочку не нажал с этим? Послушал бы там забавную запись. Я уже 10 раз нажимал. Еще раз послушал. Ну, это же всяко веселее, чем бегать тут, как это, как скажем. Так. Ну, вот смотри. Получается, я сейчас обратно. Обратно, приду, да, в центральный отдел. Ну, это, хорошо. По-моему, так не работает. Ну, ладно, окей. Ну, предположим, давайте вернемся в центральный отдел. Хорошо. Может, правда, мы тупые. Хотя мне нравятся люди из интернета, знаешь, вылазят такие, ругают тебя тупыми. Потом... Так, о. Пни его, что ли? Жалко, что нельзя подойти к пинка дать. Кстати, Алекс, очень важный вопрос. Где продается самый вкусный березовый сок? Я знаю только березовый сок из Вкусвилла. Знаете, друзья, раньше березовый сок продавался в, соответственно, сети ресторанов нашего постоянного когда-точного спонсора «Теремок», а потом они его из меню убрали. И с тех пор я в «Теремок» не хожу, и в спонсорах их прям просто... Вот, мы их сразу удалили даже из спонсоров. Наших. А сейчас он продается, знаете, вот самый вкусный, это который в таких трехлитровых банок и написано «Сделано в Беларуси». Очень много разных разновидностей, но разливают на одном и том же заводе, не помню где, где-то под Бобруйском, что ли. Тон действительно классный. Ну, хотя вот правильный комментарий нам еще дают, что самый вкусный — это свежевыжатый из березы. Свежесобранный, я бы даже сказал. Они выживают, его собирают, надрезают так березу жестоким образом и ставят банку, чтобы она налилась. А потом сахарку. Первый этаж, тебе говорят, тупые, там лифт есть, на лифте ехать надо, ты дебил там. Ну, это я уже сейчас сочинил, извините, пожалуйста. Короче, надо идти на первый этаж, там искать какой-то лифт. Блин, я вот в таких местах обычно уже все сразу бросаю, но я вот как-то дотерпел, когда играл. Не помню как. Наверное, прошло на флоу. Очень хотел, что лучше дальше будет. Вот он. Какой мне нужен? Сектор обслуживания, коридор доступа. Like спасибо. Геймдизайн, уровень бог. Разработчики Jedi Knight 2 просто рыдают. Даже не такой хер. Странности. О, подожди, снова Ефремов. Всем заметь, уборщик с наушниками. Может быть, это отсылка к Макс Пейну. Да. Вот у меня в голове примерно такое происходит от этой игры. Что-то там закручивается, знаешь, такой вот в древнюю улитку, и смысла от этого никакого. То, как менялось для музея. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, так, уборщика не Ахти нам снова нужно найти.
дядюшка, ау. Слышишь, правда, что-то со светом и что-то прям такое вот. Причем вот эти вот люди, многие из них даже очень уважаемые в игровой индустрии, которые нахваливают прям эту игру в Фейсбуке сейчас, прям говорят, что какая игра света, какое вот это. Ребят, по-моему, что-то как-то наоборот. Может быть, у меня с глазами что-то не видно, может, вот так? Может, ты долбишься в них? Ой, слушай, действительно, а я снял очки, все стало такое размазненькое, такой блюрчик немножко, знаешь, даже стало поинтереснее. На самом деле нет. Но в диалогах, подсказ нам Роман, говорят, что нужно лифтом пользоваться для перемещения между секторами. Вы, видимо, прослушали. Ребят, всем диалогам моя простая рецензия. Кнопка «Skip» вот из двух слов. Если мне в диалогах в современной игре в 2019 году подсказывают что-то, я должен догадаться, и это действительно влияет на прямой геймплей, чтобы ты не шарился. Ну, блин. Ну, блин. Подсказка должна всплывать просто с указателем, куда идти. Че вы бабушку тут лохматите? В какое время ты живешь? Как он тебя? Ах, ну что? Давай еще разок попробуем, сейчас еще разочек. Ну, если только разочек. Давай, давай, попробуем еще раз. Вот, посмотрим, что это. Блин. Не, кстати, ну, эффект хороший. Вот знаешь, вот с цветами вот что-то не то. Иногда вот как ты знаешь, вот смотришь, вот хороший фильм. Вот все вот хорошо, да, и операторская работа там, и спецэффекты, и прочее. Но вот есть в киношной индустрии такая вот профессия, называется цветокорректировщик. Цветокорщик, он же просто. Который занимается цветокорректировкой, как, собственно, понятно из его профессии. В общем, все очевидно, да. Вот. Липучка должна прилипать. Да, липучка должна прилипать, понимаешь, вот это вот. И бывает... Не делай плохо, будет хорошо. Что, вот, да, не делай... Слушай, какая мудрая, простая, но мудрая мысль, Кирилл. Вот, например, не делай плохо и делай хорошие игры. Так вот, бывало, эти корректировщики такое накорректируют, что ты сможешь удивить, сцена классно поставлена, там, короче, там, и каскадеры там играют, и спецэффекты. Но почему все, блин, кислотно-фиолетовое вокруг? Чувак, ну ты что, не знаю, вместе с Сэмом Лейком грибов наелся в финском лесу, что ли, перед тем, как все это творить. Сзади. Вот это осторожно, это опасно, чувачело. От него надо бегать. Да? Ну вот, их видишь, как надо издалека там. О, Тимофей вспомнил, как бабка девка была. Вов классик. Там нужно квесты читать, чтобы их выполнять. Ребят, ну, еще раз, да, как бы 15 лет назад это было даже прикольно. Особенно я помню, когда играл за друиды, и надо было получать водяную форму. Да там пипец вообще. В 2019 году, Саша, это все равно прикольно. Для тех, кто не играл тогда. Для меня не прикольно. Всех. Все. Вот говорит, что я оказуялся. Да, в этом смысле я оказуялся. Стрелку покажи, я побегу и буду делать пух-пух. Во, что я хочу. А если я хочу подумать и прочее, я ну, реально просто возьму кубик Рубика с 64 гранями и это сделаю. Ну слушай, ну правда, патчфайндинг вообще, это все настолько устарелая механика. Она, блин, реально из игры Doom 94 года. Это все не работает в современных играх. Если... Нет, смотри, не так. Если кого-то от этого прет, потому что в том числе выросло поколение людей, которые не играл в такие игры, а играл сразу в игры, где стрелки на стрелками показывают, может быть, вам это будет прикольно. Меня это вообще никак не вставляет. Мало того, бесит. Убегай, убегай, убегай! Они с этими... Во. Вот видишь, вот, кстати, вот, где-то вот примерно вот на рубеже вот этом, вот где-то вот часа там, час-полтора, меня эта механика даже стала занимать. Кидаешься и прочее. Но все остальное, все вот эти бесящие остальные моменты, они меня, конечно, убивают. Ну да, 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 начинаются все вот эти разговоры, друзья, в наших комментариях, что как раз в этом суть игры, что игра там про поиск маршрута. Я очень рад. О, дошел. Я очень рад, что лично вам это нравится. Меня, еще раз повторю, это бесит. Потому что в том же самом Quantum Break такого не было ни разу, там всегда было очевидно, куда идти, несмотря на достаточно сложную структуру. Да штука не в этом, Саш, ну правда, как бы... Ну а в чем? Хорошо, давай, давай, мистер аналитик. Здесь проблема давай. В том, что... Не в том, что тебе нужно искать этот маршрут. Ну это одна из проблем. А в том... Нет, проблема не в этом. Проблема а в чем? Не в том, что его нужно искать, а в том, что это делать абсолютно неинтересно. Это просто неинтересно.
Бывает интересный поиск маршрута. Ты уж собрался. Бывает, когда тебе интересно изучать локацию, находить какие-то шорткаты, новые пути, новые проходы, какие-то. Обколет своим Dark Souls'ом, короче. Да, да, ты вот знаешь, в моем обкуренном Dark Souls'е это делать. Обколотом я расставил. Обколотом, хорошо. Интересно. А тут там нет. Интересно изучать локацию. Здесь неинтересно изучать локацию. Ну, это аргумент, здесь я согласен. Убогий левел дизайн. Здесь убогий визуальный левел дизайн. Как же он тебя взбесил. А, подожди, ну а все-таки шутинг. Что-то такое находишь, что есть там что-то или нет? Да ну, обычный. Ничего выдающегося, как бы, вообще абсолютно. Ну, вот с этим киданием. Ну, блин, опять нет, же. Кидание ничего, ну, как бы, то есть, ну, общая механика. Ну, то есть, сказать, что она какая-то невероятная, такого мы никогда не видели. Это что-то. Нет. В Jedi Academy поиграйте, вот там такую механику нет, с киданием. Ничего нового, как глобально, здесь нет. Не, ну, в целом ничего, ну ничего, да. Ну, да, просто игра, да? Ну, то есть, смотри, какой мы давай вывод сделаем, да? Вот. Фанат аниме, что само по себе смешно. Извините, я не фанат аниме. Пишет, сюжет 10 из 10, но поймет его 1% людей. Ну что ж, фанат аниме, надеюсь, что у вас дома есть хотя бы 3 книжки. Колобок, красная и другая. Потому что сюжет этот писан, к сожалению. Увы, простите. Ну, просто мое мнение. Опять же, это мое субъективное мнение, я ни в коем случае не настаиваю. Идите, пересмотрите там. Что вы там любите? А, Евангелион. Там тоже сюжет гениальный. Ересь полная. Извините, если кого-то обидел, это мое субъективное мнение. Все такое. Профеминизм. No sex, no offense. Саша, что ты несешь? Слушай, когда я вижу... Ты знаешь, я что понял? А все-таки она меня бесит, эта игра. Реально, она меня бесит. Хуже, чем аниме. Абсолютно однообразные локации. Да. По ним неинтересно ходить. Сюжет, который поймет 1% фанатов аниме. О, во-во, сейчас так, Ефремов. Как он это стоит? Я ждал тебя. Слушай, ну реально Ефремов. Смотри, просто. It's place for congratulations. Еппи-са. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you. Ну, конечно, вот, кстати, в этом моменте мы играли на E3. Да. Тот самый, где мы тоже вот неинтересно, как ты абсолютно правильно сказал, искали куда пройти, ну и кидали всякой фигней. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you make a great assistant. Very well. Александр говорит, не сможет смотреть фильмы Кубрика, подозреваю, не понравится. Максим, вы что-то, я не знаю, вы с ума сошли? Вот это сравнивать вообще с Кубриком, который мало того, что офигенно снимает, так еще и офигенно пишет. Ну, извините. Извините. О, правильный комментарий. Go в КС. Мне кажется, Кирилл, это вот человек вот совершенно правильную вещь нам сейчас предлагает. Го в КС. Ну что такое? Пенсионер внутри чувствует, что петля затягивается. Твою мать, Сэм Лейк. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. Тут Роман еще правильно дает комментарий на таком специально нерусском языке. Дерьмо какое-то, так лучше в обезьянок. Лучше в обезьянок поиграть, я не знаю, или говка. I'm out. Вот, Роман, вы правы, да, вот я согласен с вами. Лучше в обезьянок. Вот Ефремов мне, правда, нравится, сколько он говорит, как ерунду плохо написанную. Вот, Кирилл сделал это, кнопка скип, да! Невозможно больше, правда. Ересь какая-то. Какая-то реально ересь. Слышь, Кирилл, ты меня убедил. Все. Я не буду ее проходить. Сэм Лейк, прости.
тебя очень люблю и уважаю. Я с диким интересом дождусь следующего твоего. Только малая начитанность, насмотренность может позволить сравнить это в этом что-то найти. С Кубриком. Ну да, это увы, это все, это очень плохо, правда. То есть я, в общем-то, не претендую, да и Сэм Лейк, я думаю, тоже не претендует там на Пульцерскую премию, да, но это как-то, ну, честно, как-то вымучено. Вот наш зритель Godfain все еще вот настаивает, что нафиг этот цирк, вот go в КС, вот правильно. Вот хоть кто-то правильно сегодня сказал за вечер, что вот нафиг эта цирковка. Веселая погоня. А, мне же нужно это самое. Тебе надо вот перебегать сейчас, да? Б, это Б нажимаю. Вот так, перекатики такие, да. Я помню, что я подзастрял как раз на этом месте. А, вот господин Ломоносов вот, да, нам опять из Ютуба как раз говорит, что этот диалог был очень... Дальше подбирает самые правильные слова. Тягучий и неинтересный. Как в фиговых квестах из 90-х. Вот, да. Ну, а почему ты, кстати, подзастрял? Я вроде первый раз в Тарана Е3 прошел. Да и второй раз сейчас, когда я поиграл, тоже. Ну, что ты меня тогда, я не понял, что он... Не в настроении, наверное, был. Да. Мне кажется, ему не нравится, что ты меня стреляешь. По-моему, это вообще не надо делать. Ну, стоит себе мужик, стоит. Чё пристал? Догнай такой, так. Это просто прям... Как декоммунизаторы против Ленина вообще. Всякими методами. Сколько баллов бы дали этой игре? Ну, во-первых, для того, чтобы говорить о таких серьезных вещах, как там финальная моя самооценка и прочее, надо, во-первых, хотя бы игру пройти, даже если искренне она вам не нравится. Но сейчас это... 6. Потому что это, в общем, не фигня, это не говно, извините, да, это... Сейчас, насколько помню, он начал стрелять в меня, да. Да-да-да, кидаться с очередной всякими вот этими штуками. Вот, это не отвратительное дерьмо, естественно, да, это как бы игра, но это не уровень Remedy, вообще нет. А мне нужно откидывать обратно их? Да, их тебе надо хватать и кидать вниз. И уворачиваться вот так вот, кнопкой Б. Не упади. А, можно забить просто, короче. Ничего не делать. Классная игра. Ребят, слушайтесь, Кирилл сказал, что очень мудрые слова. Стоит ли поиграть в Control? Можно забить и ничего не делать. Мне кажется, время проведете примерно с тем же удовольствием. Ну, как бы да. То есть, если ну, совсем нечего делать, можно, конечно, поиграть в Control, там, да, вот от голодухи. На мой взгляд, пока. Опять же, я говорю, что игру я не прошел и не могу там как полный эксперт утверждать. Но я бы, ну, как говорят как сейчас в интернете, эксперт. Как худой эксперт из интернета, я бы сказал, что я бы не вдул вообще ни разу. Вот опять смотрим слово на вот эту вот окаменелость. Я не понял, опять же, я получил возможность перемещаться. Наш зритель Godfain все еще не успокаивается. Так вы пойдете в КС или нет? Нет. Нет, не сегодня, извините, уважаемый Godfain. Как-нибудь обязательно пойдем, обязательно сходим. Вот, но не сегодня. Сегодня мы вот еще раз на Мишу Ефремова посмотрим и, пожалуй... Ну да, физика хорошая, да, физика хорошая. Вот. Химия тоже. Да. А уж черчение... С географией, так вообще че, топчик. Блядь. Ну что, Кирилл, стоит она своих 4999 рублей? Нет. Ну я как бы могу сейчас уже сказать, что мне надоело. Да, абсолютно. Мне надоело даже наблюдать за этим, понимаешь, хотя я не мучаюсь, в отличие от тебя. Вот, опять пришли в помещение, опять они все возродились. Ну камон, ребят, ну что это такое? Я, конечно, понимаю, разные игры, разные механики и все такое, но тут прям вот булшит бинго. Мне просто надоело. Мне ничего не нравится. Давай, смотри. Уголок нашей, так сказать, экспертной, другого слова не подберу, аналитики. Охренеть, экспертиза. Сюжет писан целым лейком под грибами в хижине в лесу, по-моему. Ну, короче, по-моему. Нет, Саш, сюжет нужно оценить действительно после того, как ты пройдешь. У тебя что-то увлекает? Сейчас он подан очень странно и очень скучно.
Вот это вот можно точно сказать. Насколько он хорош, ты оценишь в самом конце. Ну, смотри. Я, например, вспоминаю у меня как бы свою историю. Это как бы не красит автора, но тем не менее. Свою историю с книжкой была такая «Дневник» у Паланика. Когда, ну, у меня было ощущение такое, там, условно, 300 страниц, там, 400, не знаю, пускай будет 400. Вот, значит, из них 350 ты читаешь, в смысле, что это за бред, что за нюня читаю сейчас, что уродство какое-то, за что он со мной, что говно какое-то. И последние 50 страниц переворачиваются все на голову, все укладывается, и ты сидишь такой, это было гениально. Ну, как бы это не... Как бы ради вот этих 50 не нужно продираться через говно из 300. Это не работает так. Это поешь хрень. Говна, золотой дракон. Вот, а... так же и здесь, как бы, возможно, финально ты скажешь... Был неправ. Ну, да, беру да, все слова вот обратно, это, конечно, с ним удаляем загнули, с нашего лайв-канала вообще. Загнули, хорошо. Но, для этого ты должен был 12 часов продираться через ты говно. Ты знаешь, мне кажется, что все-таки это очень круто, когда мы пытаемся сравнить видеоигры с книжками. Но их все-таки строят, больше сравнивают там с кино, например, там, или с сериалами. Ну, смотри, сериалов сейчас очень много, они все классно сняты, там отличные актеры и так далее. Но если мне сериал не заходит после одной, ну, максимум там двух серий, ну, неинтересно дальше смотреть. Но ты не я бросаю. Смотреть, да, совершенно верно. То же самое в игре. Вот она вот мне не зашла мне, она вот через два часа от наших этих мучений. Ну, не хочу. Ну, желания продолжать, честно говоря, особо нет. То есть, если меня, конечно, оставить на необитаемом острове с этой игрой и просто я понимаю, что дальше глобально ничего не изменится. То есть, это 12 часов брожения в абсолютно однотипных локациях, которые никак не отличаются друг от друга, которые представляют собой глобально некий склад, полуофис. Каждое помещение идентично другому. Ты заходишь в одно и не понимаешь, как бы, из какой стороны я зашел, а с какой мне нужно выйти. Потому что оно все абсолютно одинаково. У тебя нечему зацепиться взгляду, чтобы как бы сформировать картину какого-то так своего окружения. Истину глаголишь. Вот, дальше. Экшен. Ну, банальный никакой. Не, он неплохой. Это не ужас-ужас-ужас. Слушай, ужас, ну да? Хорошо. Бывает хуже. Это лучше, чем Order 1886. Вот там... Мы начинаем, знаешь, уже как в градации говна, короче. Да. Ну, хотя Order тоже... Опять же, смотри, как в случае с Order, ты очень правильный пример привел. Игра-то не говно. Там она... была красивая, но... великолепная картинка, там был в целом ничего сюжет. Ничего забавного такого. Ну, про вампиров же, там все было. Ну ничего, неплохое. Это можно было как бы, тебе даже в какой-то момент, может быть, немножечко было интересно. Вот. Но при этом невозможно было играть, было очень плохо с геймплеем. Очень плохо, да. Было очень скучный шутер, было невероятно. Здесь лучше, чем в Order, но сказать, что это что-то прямо такое вау. Прям я хочу дальше в это играть. Да нет, ну как бы нет. Ты знаешь, а я все-таки поизвращаюсь. Скучные перестрелки я абсолютно. Я попробую на выходных дать ей еще часочек. Вот ты как раз прошел вот до этого места. Я, правда, чуть подальше немножко прошел, но вот забросил как раз вот в том месте, как вот мы на E3 прошли. То есть я прошел чуть-чуть. А, ну то есть тебе минут 15 осталось, да. Не, побольше, там где-то полчасика. Да там нет. Же мы час играли целый. Ну не важно. Короче. Ну минут 15 осталось, но я еще дам ей шанс, там еще может быть на часок. Но не уверен. Может, лучше в цивилизацию пойти поиграть. Или, как правильно говорит наш зритель, go в контру в КС. Вот, ладно, друзья. Ну, в общем, как видите, мы что-то не то что разочарованы, а обескуражены. И... Ну, нет, я в целом среднячок. Разочарован, потому что я ждал от Remedy большего, и я надеялся, что это будет... Ну, это правда, будет... пока на вид самая худшая игра. Как-то не прет. Ну, это что-то невнятное. Что-то абсолютно невнятное. Это на уровне некого... Это может быть прототипом. Вот это можно принести инвесторам и сказать... вложите у нас денег, смотрите, вот как бы вот основные базовые механики. Мы их докрутим, здесь допилим, здесь будет вот так, вот здесь будет вот так. Но пока что вот прототип вот. Прототип, да, на уровне прототипа это работает. Опять же, лишний на раз... уровне полноценной игры. Нет. Лишний раз, опять же, сообщу, нет. Что вот нас в комментах, естественно, ну не то что там поносят, но говорят, что вот я прошел там залпом, отличный экшен там. Да, согласен, сюжет действительно потрясающий. Друзья, ну. Если вам понравилось, это очень хорошо. Это потрясающе, что вам понравилось. Но нам что-то сегодня не зашло. Субъективизм. Ну, не только сегодня. И на E3 тоже. Ну, в общем, подтвердились, к сожалению, наши вот эти опасения, что нам не зайдет. Скажем так, нам не зайдет. Игра, может быть, будет отличная. Так, а на этом мы давайте прощаемся с вами сегодня.
У нас тут комбо-брейкер. Не забывайте обязательно подписываться на нас везде. На наш канал на Ютубе, наша группа ВКонтакте. Мы есть на Твиче. Везде мы называемся комбо-брейкер. Нет нас на Твиче. Фу, блин, зато, Твиче, на Телеграме. Зато мы есть в iTunes, где вы можете послушать вот наши подкасты замечательные, которые называются Slowpoke Analytics, это один. И «Сочтемся» — это второй подкаст. У нас целых два подкаста в iTunes. И ровно столько же подкастов во ВКонтакте, где вы точно так же можете нас слушать, если у вас нет, например, устройств Apple. Да. Вот. Рекомендую слушать до конца, там все интересно. Ставить оценочки. А еще писать какие-нибудь комментарии. Можно гаденькие, можно приятные. Мы все это прочтем. А в случае «Сочтемся» обязательно еще пишите ваши пожелания, что еще надо почитать. Друзьям, что, слушайте и наслаждайтесь. Вот, да, с вами были мы, вот Комбо Брейкер. Кирилл, вот можно так вот сейчас. О, смотри, он прям как этот, да, видишь, такой. Ave Maria. Кирилл Ерошкин. Александр Кузьменко. И, как говорится, до новых хреновых встреч. Увидимся на неделе, друзья.